Це проект «Супермама». Тут перед вашими очима відбудеться запекла боротьба чотирьох матусь з кардинально різними підходами до виховання дітей. Цього тижня змагаються космічна матуся Оксана. Я заряджаюся від енергії сонця. Яка ростить синів у гармонії з енергіями Всесвіту. Давайте помедитуємо. Мама Генералісимус Олена, яка розробила авторську систему покарань. В прошлом году був рекорд 480 присідань в 3 підходи. Мама держслужбовиць Олеся, яка перемогла у безлічі конкурсів. Я забрала всю колекцію наград, які були можливі. І виховує хист до перемоги в доньки-підлітка. Ні одна мама не може похвастатися таким количеством наград у дочери, а також совместних наград. Та всебічно обдарована матуся Віка. У мене цілих 6 образувань. Яка ростить маленьку копію себе. Ходим в похожих платьях. У нас там завжди одинакові ободочки. Вона перещеголяє мене во всьому. Протягом тижня матусі ходитимуть у гості одна до одної. Зараз вона нам спуску не дасть. А потім поставлять бали від 1 до 10 у 3 категоріях. Хазяйновитість. Здесь же такой грибок, боже мой. Як же здесь рожать ребенка? Самореалізація. Я достигла стати самой красивой фигурой мира. Вона явно їсть намного більше, чем нужно. Та виховання дітей. Это истерика. А потім усі вони зустрінуться на фіналі та з'ясують, хто з них супермама. Ти просто дівчинка без крыши. Ти врунишка, плодоаферистки. Вирішальні бали у цій битві поставить ведучий програми, багаторічний експерт телеканалу СТБ, який змінив на краще життя тисяч родин Дмитро Карпачов. Ви перетворюєте цей проект на приниження одна одного. Першою на зустрічі з конкурентками приходить космічна мама Оксана. Вау, я перша, ну, посмотрим, якими будуть дівчатки. Довго чекати Оксані не доведеться, адже пунктуальна мама генералісимус Олена теж уже на місці. Привіт! Привіт! Я Лена. Оксана. Дуже приємно. Енергетично така прям генерал в юбці. Я би назвала її німфой. Ее ресницы хлопали, так как бабочки. У меня двое мальчиков и одна девочка. Ты работаешь? Да. У меня все эти ателье – это жесткий бизнес. Каждый день подсчеты, каждый день планы. В общем-то, вся семья наша – это спланированный проект. Доминирующая, мужская, авторитарная. Все должно быть четко по плану. Для меня же жизнь – это хаос, он прекрасен. А ты вот как успевала и работы, и дети, и декрет? В декрете я не была ни одного дня. Со всеми тремя детьми, да. И я не получаю от этого радость. Полная противоположность тебе. А ну-ка. У меня трое мальчишек. 10 лет я занималась только детьми. Блин, 10 лет в декрете провести в доме с тремя детьми – это убийство жизни. Я бы, наверное, сошла с ума. Оксана, а ты сейчас работаешь? Я занимаюсь тем, что я люблю. А что это? Солнечными энергиями. Ты солнечная батарея? Мы все дети солнца. Кто же этот генератор, который принимает от тебя солнечную энергию? Он бизнесмен. Успешный, что позволяет мне заниматься собой и детьми. Я все поняла. Муж дает ей бабло, а она может позволить себе там познать какой-то дзен сверху. А ось и третья участница, всевічно обдарована матуся Вікторія.
Рада вас видеть. Слава богу, я не одела красное платье. Я Виктория Щелко. Я старший лейтенант полиции в первую очередь. Но так случилось, что я работаю не только в полиции, но и модель плюс сайз, актрисой, певицей, ну и, конечно же, блогер. Вообще, у меня 6 высших образований. И Академия МВД, и педагогика, и психология, и юриспруденция, и филология. Ну так и у меня 1 000 000 тренингов и курсов. Я же об этом не говорю. Я вице-мисс Украина, стала мисс Украина плюс сайз и самая красивая фигура мира плюс сайз. Наград много. В этом году получила награду за лучшего полицейского женщину. Она как лавина. Очень много-много-много-много про себя. Но самая моя важная награда – это моя доченька. Зовут ее Злата. Это, знаете, это такая моя звездочка. Сколько ей лет? Ей 6. Мы постоянно вместе ходим в похожих одинаковых платьях. У нас там всегда одинаковые ободочки. Но вот мы действительно, знаете, такая капл, пара. Скажи, а если у тебя дома какие-то правила или наказания за нарушение этих правил? Нет, я считаю, что наказывать ребенка нельзя. С моими 3 драконами без правил это просто невозможно. И на самом деле у меня есть наказание. В прошлом году у Кира был рекорд 480 приседаний в 3 подхода. А приседания – это самое страшное? Нет. Если ты грубишь отцу или матери, ты отправляешься отбывать наказание в подвал. А мне кажется, что это очень жестко, это очень строго с детьми. Но это не детство, это такая вот армия. А які порядки панують у родині останньої учасниці, мами держслужбовця Олесі? Привет! Привет, дорогая! Такая наряда. Здравствуйте! Меня Олеся зовут. Я работаю в государственной службе занятости. У меня дочка Лиза, ей 13 лет. Девочки, а мне нужен стул. Я вообще не поняла, что происходит. Кто этот человек? Я королева-мать. И Олесина мама. Да, неожиданно. Я сегодня не могла оставить свою дочь без поддержки, поэтому я здесь, в проекте «Супермамочки», я приложу все усилия для того, чтобы она победила. И вы знаете, что у родителей нет большего счастья, чем счастье их детей. Краем глаза я оценила соперниц. Наша лучшая. Я считаю, что Леся супермама, потому что... Уделяя внимание воспитанию своей дочери, она еще показывает, как авторитетно можно расти в своем профессионализме, в своих навыках, в своих умениях, в своих компетенциях. Мне Лесю жаль, потому что когда появилась мама Леси, Леси перестала быть. Так когда о взрослом человеке говорит ее мама, он не может быть взрослым. Вы что, будете участвовать вдвоем на этом проекте? Я уже готовилась к тому, что ко мне в гости приедет ее мама. И это так напрягло чуть-чуть. Девочки, мама очень огромную часть занимает моей жизни. Она сегодня с нами, а в гости я поеду сама и сама буду участвовать в этом проекте. Слушайте, я уже не могу дождаться, когда пройдет эта ночь, чтобы мы начали наконец-то ходить в гости друг к другу и смотреть, где у кого что не так. Перевіряти, що так і що не так, матусі почнуть удома в космічної мами Оксани. Мене звати Оксана Волжина. Мені 40 років. Я чувствую енергію. Чувствую людей. Я заряжаюсь от энергии солнца. Это моя мечта – полететь в космос. Так как мои все мечты сбываются, она сбудется. У меня 3 мальчиков. Старшего сына зовут Дамир. Он творческий человек. Среднего сына зовут Адам. Рациональный парень.
Еще у нас есть третий, Любомир. Он очень любвеобильный. Давайте соберем вокруг себя всю энергию себе в сердце, помедитируем. Они гармонично развиваются в разных направлениях, осознавая, что они живут на планете Земля. Представляем энергию большим, белым, золотым шаром вокруг каждого. Она наполняет нас. Я замужем. Мужа зовут Владислав. Даю ему энергию на его успех. В семье он у нас основной добытчик. Владош, мы с девчонками хотим поехать на Бали, восстановить свои энергии и силы. Как ты на это смотришь? Как всегда, позитивно. Спасибо. С мужем мы стараемся жить в гармонии с нашей планетой, с законами Вселенной. Развиваем гармонично своих детей. Мы придерживаемся с мужем демократических правил. Нет жесткой дисциплины. Мы стараемся договариваться. Я супермамочка, потому что я не ограничиваюсь пространством кухни. А мамконтроль уже вирушив перевірити, як космічний світогляд Оксани впливає на її реальне життя. І матусі вже у селі Семиполки за 60 кілометрів від Києва. Привіт, привіт. Ти як добиралась? Кошмар. Я еле доїхала, я якими-то окружними дорогами, далековато. Найти Оксану по геолокации было очень и очень сложно. Вообще далеко от цивилизации. Там невозможно проехать машиной. Дождь, снег, грязь, она просто вот парковка в чистом поле у нас с тобой. Ну, мне придется машину заново мыть, пока я доехала. Вся грязь на машине. У меня та же самая ситуация. Обувь начала проваливаться в землю, ее начала засасывать. Вот в эту кашу, малашу. Ой. Смотри, ворота какие, чуть-чуть подбитенькие. Слушай, на свой страх и риск никто не открывает. Ты иди первая. А, машина электро. Тесла. Это, ну, круто. Тоже скоро, кстати, буду себе заказывать. Да. О, привет! Привет! А это тебе вместо цветов. Давай. Привет. Рада тебя привет, видеть. Взаимно. Привет. 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 А где Лена? А, она, наверное, опаздывает, но к тебе очень-очень привет. Далеко добирается. Давайте тогда проходить. Когда родился первый сын, я очень сильно захотела жить в доме. Так как у меня мечты всегда сбываются, это была реальная мечта для ребенка и для того, чтобы ребенок дышал свежим воздухом, пил чистую воду. Но на тот момент у нас с мужем не было возможности купить дом. Мы были простой семьей. Я просто искала в интернете предложение. Буквально через неделю нашла. Вселенная нам послала такой подарок. Мы поменяли обычную квартиру в Киеве, двухкомнатную, на большой дом с большим участком. Мы когда переехали, мы подумали, зачем нам такой большой дом? Ну, а теперь в доме на самом деле нет места. И теперь вы стали не простой семьей. Да. Я так кайфую от тишины. Есть возможность вот эту планету ощутить, это очень классно. Проходите на кухню. Вы так все по-светлому. Да. Дом был жилой уже, то есть здесь уже все было. Со временем просто переделали саму кухню по цвету. А вот эта вся стилистика натуральная, это все как бы так и осталось. Девочки! Вау, Леночка, проходи к нам на кухню, мы тебя иду. Ждем. Привет! Вау. Привет! Это просто вообще трэш какой-то! Рада тебя видеть! Что случилось? Что случилось? Где я потерялась? Ты полями не Блин, я думала, что просто машина станет в этой грязи, блин! Это был капец, короче, я еду... Хоба, лужа, хоба, грязь! Я думаю, блин, сейчас тачка станет! Девчонки сказали, что они добирались по грязи, хотя грязи там нету, у нас асфальтная дорога. Меня это смутило, но думаю, ок. Окса, можно мы у тебя холодильник посмотрим? Да. Чем ты питаешься? Давай. Более, я смотрю так, на завтрак, натощак, на ужин.
У меня пятиразовое питание. Просто из пяти раз три раза они кушают в школе. Поэтому сейчас здесь еда только на завтрак и на ужин в доме. Ну что, поехали. А, ну смотри, у тебя сыр просто так вот в камешки превращается. Чуть-чуть. Это сыр твердый. Я знаю. Он не может быть другим. Он может быть не настолько обветренным. А почему масло открыто? Ко мне какие претензии? У меня большая семья, я не могу следить за каждым. Пивика думает, что в такой большой семье возможно, чтобы все лежало идеально по полочкам и все было идеально чисто. Но такого не бывает. Это? Томатная паста. Томатная паста. Это гуакамоле. Камоле. Тахини. Ты вот любишь именно чем-то добавить какого-то вкуса. Мы не используем соль, используем специи. У меня дети с рождения не кушают соль. Лишняя соль в организме – это соль на суставах и на костях. Это для организма опасно. В Украине эпидемия йододефицита. Соль с йодом, она показана практически каждому. Тоже касается конфеты сладкого. Они знают, чем опасен сахар. Прежде всего, для поджелудочной. То есть может вызвать сахарный диабет. Ребенок знает в 7 лет, где находится поджелудочная, и что сахар нельзя есть, потому что поджелудочная будет передавать тебе ку-ку. У них просто нет сахара в доме, оттого они его и не едят. Я думаю, що діти не п'ють сіки з цукром не тому, що бояться цукрового діабету, а тому, що мама подає їм гарний приклад правильного харчування. Саме це найкращий спосіб навчити дітей харчуватися здорово. А у тебя здесь стоит... Это сиропчик что? Натуральный, гималайский. То есть ты считаешь, что сироп может храниться вместе с продуктами? А у тебя где хранится то, что должно храниться в холодильнике? У меня один холодильник. Должен ли он храниться? Я не вижу просто инструкции. Там тем более написано на индийском и на английском, если ты... На английском я филолог. Ну, тогда... Прочитать могу. Тогда можешь спросить. Но способа хранения открытый... здесь нет. Открытый уже хранится в холодильнике. Все было правильно. Я знакома хорошо с такими лекарствами. Такие сиропы должны действительно храниться в холодильнике. Что и делает Оксана. Ну, мне кажется, что это желание придраться, может быть, какое-то было. Я спокойно к этому относилась. Ну, хочешь придраться, придирайся. А здесь у тебя? Ой, здесь куча домашних заготовок. Свою домашнюю. Я не вижу, чтобы у тебя где-то хоть было какое-то мясо, белки. Я вегетарианка уже 20 лет. У меня... Два высших образования. Первое высшее я пошла на валеологию. И когда на первом курсе нам объясняли, как устроен желудок человека и что происходит, когда он ест мясо, что происходит гниение, интоксикация организма, и клетки стареют. Я подумала, я не хочу стареть, и я не хочу гнить. Сейчас даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует населению планеты либо отказаться, либо просто сократить потребление мяса, потому что это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, засоряя сосуды холестерином и бляшками. Когда мы познакомились с мужем, он со временем тоже стал вегетарианцем, а потом родились дети. Когда я кормила второго сына, я была 2 года на сыроедении. Я очень сильно кайфанула, и мое тело омолодилось очень сильно за это время. Ты осознанно пришла к этому выбору, но получается, что твои дети остались без никакого выбора. Они вегетарианцы, то есть они не ели мясо. А если они захотят съесть, я совершенно не против. Они пробовали? Нет, они не хотят, у них нет такого желания. Ладно, мясо там, но рыбу нужно есть. Это кости, это ногти, это волосы. Это важный источник, через который мы получаем витамины. Читаю твое меню. Гречневая каша с курагой, гречневая каша с черносливом, потом пшеничная с тыквой, каша гречневая, овсяная, кукурузная. То есть, ну просто вот чистая каша. Ну это завтрак. Там в каждом дне есть белок, только он растительный. Там либо хумус, чечевица, фасоль, шпинат, грибы. Оксана, а ребята наедаются такой едой? Если я бы примеряла бы для своих мальчишек, немного маловато. Диетически правильно для детей питаться каждые 3 часа, как мне советовал диетолог. Поэтому, если они каждые 3 часа принимают пищу, я думаю, что это более чем достаточно. Я уверена в том, что кушают мои дети. И если пришла какая-то мама и считает, что мои дети неправильно кушают, ну это ее право так считать. У меня же дети здоровые,
Что еще нужно маме? Значит, у них все отлично. Якщо ви вирішили, що ваші діти будуть вегетаріанцями, то маєте розуміти, що вам потрібно особливо ретельно стежити за їхнім здоров'ям і частіше за інших водити на медогляди для того, аби бути упевненими, що ви правильно підібрали їх раціон і вони отримують усі необхідні їм мікроелементи та амінокислоти. А чим ти лечиш дітей, взагалі, якщо вони заболівають? Як всі мами? Отпаиваем, даем витамины. Они пьют кальций, магний. Это селен, хром. Я верю в гомеопатию. У меня дети не привиты. Это тоже наш с мужем выбор. Если вы, мамы, не прививаете своих детей, это большая зона риска для всех-всех-всех детей. Я изучила, какие болезни, чем лечатся. Самое страшное, смотри, что было, это они переболели коклюшем, когда я была беременна третьим, и муж в том числе. От коклюша вылечили мы их тоже нетрадиционным способом. Нужно подняться на высоту и резко ее сбросить. Я рассказала мужу, мы сгребли всех кучу. На маленьком самолетике они поднялись на 3000 метров, резко сбросили высоту до 1000 метров. После этого все пошло в улучшение, но это сработало. И вообще мои дети не стоят на учете в медицинских учреждениях. Я только хотела тебя спросить, вы вообще не проходите ни осмотра? Я, например, не доверяю полностью их жизнь чужим людям. Если у него насморк, я знаю, что делать. Мне не нужно идти к доктору с насморком. Мне не нужно идти даже с температурой. У меня есть небулайзер дома, которым они дышат. Даже слушаем детей. Когда они кашляют, мы сами. То есть абсолютно ни одного врача не притрагивается к детям Оксаны. Что для меня стало абсолютным шоком. А вообще детей мы рожали дома с мужем. Ух ты. Троих? Да. Та-да-да-дам! Первого родили в Киеве в квартире, потому что еще не было дома, а двоих уже здесь дома. Так, подожди, я ехала сюда. Полем, лесом, дворами. Ни одного медицинского учреждения рядом я не вижу. Но я лично чуть не погибла при родах. Меня целый еще час потом откачивали. Я веду здоровый образ жизни. Я занимаюсь йогой. Ну, я тоже... понимаю, что риски... Не, мы с тобой разный образ жизни ведем однозначно. Однозначно. Поэтому не сравнивай. Ну, не может она вести такой же образ жизни, как и я, и выглядеть так. Ну, такого не бывает. И домашние роды. Это наш выбор с мужем. Мы кайфанули от которого, потому что это бесстрессово на самом деле, потому что это дома с любимыми людьми. В ванной со свечами, где ребенок выходит в воду, рождается, и у него минимальный стресс. Mm-hmm. Я парилась в сауне в третьи роды, уже перед самим родом. Парилась в сауне? Это смягчает, да, горячая температура. А в первых родах двое суток я была в ванной, в воде, чтобы снять спазмы. Вот видно, как она от этого закайфовала. Мне кажется, если бы она рожала бы неделю, она бы от этого тоже радовалась бы. Все трое детей были рождены в процессе домашних родов. Они родились крепкими малышами. Кожні пологи непередбачувані. І інколи 5 хвилин можуть стати вирішальними для життя і здоров'я як мами, так і дитини. І пологи вдома несуть смертельні ризики. То якщо все ж жінка захоче народжувати сама, то обов'язково поруч має бути лікарня. А при пологах має бути присутній кваліфікований медичний співробітник. Пуповину не обрізалась сутки. Кожен з них отримав всю свою пуповинну кров. Плод чітко сформирован уже вот на 39-40-й неділі. І коли він вже рождається, ця пуповина абсолютно не має для нього ніякого значення. Ребенок рождается, и дальше рождається плацента. С ребенком связана пуповина, вона кладеться в красивую таку місечку. І... Они сутки рядом с плацентой, с пуповиной, как бы все вместе. Не знаю, откуда такие данные, что 24 часа, но это что-то за грани фантастики. Это не гигиенично, очень опасно. Она засыхает, обрезается, завязывается пупочек, и на память у нас сохранены их пуповинки. Такие. Ух ты, даже на кухне очень у тебя? Интересно. Это как первые волосики, первые зубки. Это их память, это их связь с мамой. Я понимаю, что для нее это память, но такое бы я гостям бы явно не показывала. Плацента потом, конечно же,
показывается органам власти для того, чтобы подтвердить, что ребенок является наш. А потом она просто закапывается под деревом. Если будет четвертый, то мы для себя видим только такой вариант – домашние роды. Я приготовила для вас сюрприз. Я вам предлагаю подняться в ванну, переодеться. Вы взяли все купальники? Да, все? Да, 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 взяли, как ты говорила. И встречаемся в купальниках. Хорошо. Пойдем. Когда мы поднялись вверх, это оказалось как раз та ванна, где проходили все родовые процессы нашей Оксаны. Ой-ой-ой, девчонки. А как же здесь рожать ребенка? Смотрите, здесь же такой грибок, боже мой. А вот здесь, смотрите. Слушай, Викусь, ну это же было 3 года назад. Может быть, тогда просто ванна была в другом состоянии. Ты считаешь, что... 3 года не заглядывал. Никто не заглядывал, я и не чистил эту ванну. Я думаю, что ванна все-таки периодически моется. Знаешь, я когда послушала Оксану, прям думаю, вау, рождение дома. А когда увидела эти условия, понимаю, что это недопустимо. Давайте, девочки, все-таки будем переодеваться, потому что там сюрприз, мне интересно узнать. Да, идемте. Сюрприз – это сауна. Предлагаю попариться. Это очень хорошее поддержание здоровья и закаливание. Поэтому я хотела девчонок приобщить к своему образу жизни, чтобы они кайфанули, расслабились. Пойдемте? Ну, идем. Оксана нам хотела не сауну показать, она хотела нам свою фигуру показать. У меня было такое ощущение, что она собралась на обложку Playboy, а не в сауну. Я чуть-чуть напряглась, реально, за здоровье Вики. Потому что она зашла в сауну на каблуках. И парилась в каблуках, для того, чтобы в кадре быть красивой. Ну, конечно, это комплексы. Если я в 40 выгляжу на 30, Вика в 30 выглядит не на 30, ну, то значит, что-то тут не так. Однак сауна – це тільки розігрів. Сюрпризи від Оксани тривають. Я красивая, с прической пришла. И тут меня облили холодной водой. Это был шок. Было тепло, не минус, поэтому критично, ну, я надеюсь, им не было. Это такой получился сюрприз на убивание всех конкурентов. Ну, после того, как мы попарились, мы обсохли, переоделись, я решила показать девочкам комнату, з которой началась історія нашого дому. Але матусь більше зацікавила фігура Оксани, аніж історія будинку. Оксана, хотіла спросити про твою фігуру. Ідеальна. Да, спасибо. Для троїх дітей і возраст. Я думаю, що, скоріше всього, були якісь пластичні вмішательства. Я думаю, что там обязательно была шлифовка растяжек, что-нибудь такое связанное там с пластикой живота, скулы. Нет, я просто веду здоровый образ жизни. Знаешь, я не могла не обратить внимания на грудь. Своя? Или все-таки что-то Конечно, было? Конечно, своя. И в этот момент я понимаю, ну что, пой, птичка, пой. Ну там реально сиськи сделаны. Мы-то все девочки знаем. Мы же с глазами. Оксан, тебе же, насколько я знаю, 40. Да, это отлично. Ты выглядишь очень молодо. Были ли какие-то инъекции, ботокс, нет, красота? В 18 лет делала уколы в губы. Я работала моделью, и тогда это было начало, и это все, что я сделала. Пока у меня отличная кожа, зачем с ней что-то делать? Я заметила одну очень странную вещь. Как бы Оксана не разговаривала, у нее не шевелятся брови. И лоб.
Зачем ты рассказываешь о какой-то натуральности, если у тебя не шевелятся верхние мышцы, если у тебя явно видно подколотую губу и явно видно ненатуральную грудь? Я занимаюсь йогой, прежде всего, это качество кожи. Моя кожа, она как у 16-летней девушки, если вы заметили в сауне. Я занималась кроссфитом, боксом, танцами, бегом, сейчас скалодром. Развивая тело, мы развиваем разум. Я мастер НЛП, психолог, поэтому об этом я тоже чуть-чуть больше знаю. Если говорить про поддержание красоты, у меня есть еще один секрет. Это вот этот вот турник, благодаря которому можно стоять на голове безопасно для своей шеи. Когда мы переворачиваем, у нас притяжение земли, соответственно, меняет наш кровоток. Вместо того, чтобы все отливало к ногам, у нас в голове опускаются вот другие процессы в организме, как раз омолаживающие. 10 минут я вешу каждый день. Покажи, как ты это делаешь. Ну, я вообще просматриваю почту в 10 минут, пока вешу вниз головой. Опа. Как тут тебе? Отлично. Можно еще качать пресс. Очень круто. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Ну и вообще, это крутая штука. Если вы готовитесь полететь в космос. Ты готовишься? Да, у меня друг, который будет лететь в космос. Мы входим в одно бизнес-сообщество. И вот это он работает с НАСА. Китайский бизнесмен, который ищет себе супругу. Украинский бизнесмен, она не замужем, она сразу пробивает почву. Я могу познакомить, можно прийти в наш деловой клуб. Это моя мечта — полететь в космос. Так как мои все мечты сбываются, она сбудется. Опять-таки, когда у тебя нету работы, которая все время тебя выматывает, ты можешь себе позволить полететь в космос? 10 лет, которые я просидела с детьми, посвятила им. Сейчас мои дети ходят в школу, у меня освободилось время, которое я могу посвятить себе и тем увлечениям, которые я давно мечтала. На свой день рождения отпросилась пойти к базовой лагерь Эверест. Трекинг, как бы прогулка, но она длится 2 недели. Это в Непале. Сейчас я покажу, где это было. Это вот здесь, он находится как раз, видите, Эверест написано, Непал. После Килиманджаро я поднималась еще, и прошлым летом я была на Эльбрусе. И потом я опять возвращалась в Непал на 8000-ник Манаслу. Вот мне достаточно экстрима в жизни. Когда ты ведешь бизнес, у тебя и так хватает этих качелей. Я стану миллионером, я умру бомжом. И так каждый день. У Оксаны гармония, идиллия, и поэтому она ищет себе этот экстрим в горах. Я занималась хелиски. Это с вертолета прыгаешь и катаешься по 5000-никам. О, Господи! Хеліскі – екстремальний гірськолижний спорт. Лижників вертольотом доставляють до недоторканих сніжних схилів, розташованих далеко від обладнаних трас. Ми знаємо багатьох спортсменів, які, к сожалению, потеряли життя. Це просто взагалі дуже-дуже екстремальний вид спорту. Реально Оксана бесится жиру, потому что хелиски – очень дорогой вид спорта, который рассчитан только для богатых людей, которым некуда девать деньги и скучно жить. Горы – это, конечно же, небезопасное место. Когда ты поднимаешься, ты не думаешь о детях, что если вдруг что, то, как бы, скажем так, дети останутся сами? В горы действительно я хожу одна, если со мной что-то случится, что муж остается с детьми. Оксана – яскравий приклад жінки, яка велику кількість часу присвячувала родині, мала спокійний і розважливий побут. А тепер, коли діти виросли і у жінки з'явився час на себе, вона хоче надолужити все. Оксана, це все класно, твоя активність і твої зовнішні комунікації. Скажи, а де діти? Діти, кстати, вже приїхали, поки ми з вами тут болтали і парились. Можем пройти в школу, которую мы построили. Они как раз сейчас там. Ще на першій зустрічі Оксана здивувала матусь розповіддю про незвичайну школу своїх дітей. Когда пришло время просто старшего тоже отдавать школу, я поняла, что я не нахожу школу, которая бы ему подходила. Поэтому я решила открыть свою. И сейчас мои мальчишки, все трое, учатся там. Это частная школа, построенная мужем. Для меня это было удивительно. К
классно, что у нее есть такой муж, который может это желание. Па-бам! Вот тебе школа, Оксана. Проходите. Это наша школа. Ух ты! Немного странно себя ощущаешь, когда заходишь вовнутрь, потому что кажется, что ты в какой-то как будто бане. Эко-школа построена в эко-месте, где чистый воздух, своя скважина и чистое здание, которое дышит, и камышовая крыша. Мы официальная украинская школа с лицензией. Гармоничное развитие, как в моей семье, я перенесла это гармоничное развитие в школу. Мы не понимаем в семье голос на детей, не бьем физически, не наказываем, и нельзя так воздействовать друг на друга. Мы стараемся договариваться. Я загуглила, меня удивила цена. 10500 плюс 7000 каждый год – это благотворительный взнос на развитие школы. Дети. Привет, мальчишки. Привет. О, привет. Привет, ребята. Знакомьтесь, это Дамир, Адам. Я Лена. Очень приятно. Я Вика. И мне приятно. Я Олеся. Очень приятно. Младший у меня у бабушки, поэтому его сегодня нет. Давайте кушать, потому что вы уже голодные. Дома мы так и не поужинали, даже чай не попили. Целый день провели голодными. Ужин нам готовил школьный повар. Нам поставили вермишель, холодную курицу, проваренную брокколи. Наконец-то мы можем поесть, как 20 лет назад в школе. Руки мыли? Да. Ребята, у меня двое сыновей, тоже мальчишки, приблизительно вашего возраста. И они тоже не едят мясо. Но они едят сосиски. Вы ели когда-нибудь сосиски? Нет. Мне давали пробовать, но... Не понравилось? Ну, а если, например, вы у кого-то на день рождения, и там вдруг появилась пицца с колбасками, с салями? Ну, тогда или заказывают отдельно, или мы вылаживаем мясо. Любят кушать пиццу. В пицце раз в неделю – это отлично. А картошку фри едите? Да. Ну, очень редко. Они не пьют колу, и картошку фри мы им не покупаем. Они это кушают где-то на каких-то мероприятиях. То есть это день рождения. Ребят, кстати, я вам подарки принесла. Такие вот вкуснятинки. Конфетки держи. Спасибо. И тебе вкуснятинки. Спасибо. А любите такие конфеты? Вот я надеюсь, я угадала? Да, конечно. Да. Часто кушаете такие конфеты? Ну, когда хочу. Но ведь Оксана говорила нам о том, что дети не едят сладкого. Они сами хотят не есть сладкого. Да, я вас прошу, едят они сладкое, еще и хорошо едят. Интересный подарок. Я бы, наверное, не принесла чужим детям такой подарок. Ты знаешь, это просто гостинцы, и оно, и кроме того, там натуральный сок. Эти перекусы конфетами и ни к чему хорошему не приводят, кроме того, что ребенок не будет кушать тогда полноценную еду. Я не из тех мам, которые скажут: «А, конечно, спасибо, большое спасибо», там, и потом тихонько за спиной скажет: «Ах ты там, блин, такая». Ну, нет, я просто спокойно сказала, что мне это не понравилось. Ребята, я хочу вам подарить такие интересные подарки, на самом деле, школьные. Спасибо. И я хочу с тобой здесь сделать одно простяцкое задание. Я принесла в подарок книги, потому что я хотела проверить способности и уровень знаний детей, который дается в частной школе Оксана. Здесь есть такой простой пример со спичками. Расскажи, Дамир, как здесь будет предложение. Ну, тут получается... Сложно, правда? 3 плюс 12 равно 20. Сейчас, секунду. Блин, он реально умный мальчик. И мне было очень, ну, скажем так, как маме неприятно слышать, что он чего-то не знает. Сидит тетушка какая-то и спрашивает его. Ну, такое, знаешь, там, ребенок мог растеряться. А чтобы выяснилось, 7 нужно? Надо добавить 8. 12 плюс 8. Да, вот сюда, вот сюда. Куда? Что, что? Прочти полностью предложение. Ну, надо 8 плюс 12 равно 20, а то 3. Надо просто 2 палочки. Отлично.
Адам, скажи, а вы уже учили табличку умножения? Да. Расскажи. Например, 3 на 3 – 9. 7 на 3. 16. Нет. Звонок другу. Можно 20. Звонок другу? И плюс 1 – 21. Молодец. Эти знания элементарные, а у тебя супер-пупер школа. Твои дети не соответствуют по образованию, заданному в твоей школе. Адам учится во 2 классе, и табличка умножения полностью должна быть ему знакома в 3 классе. А у котрі години закінчуються у вас заняття? Коли ви йдете додому? Ну, якщо ми йдемо додому, то це обычно у нас к 5:30. 5:30. Смотрите, вот в час у нас обед, потом ми йдемо на вулицю. Потом мы можем, когда пришли с улицы, у нас начинаются кружки, есть перемены, конечно же, и кружки, они там разные. Музыка, робототехника, лево. Мне нравится играть на бас-гитаре. Я и на барабанах, и на гитаре, и на пиано играю. Дети полностью в целый день в школе. Я спокойна, что у них там все хорошо, и они заняты интересными вещами. Школа создана именно для того, чтобы знала спокойно, что мои дети 12 лет будут в хороших условиях, и к ним будут там хорошо относиться, их будут слышать, и их личности не будут задавлены. Школа – это то место, куда она смогла сдать своих детей и кружить, как орел над полем, контролируя все процессы. Я сомневаюсь, что Оксанины дети ездят самостоятельно на маршрутке в Киев. Они, по сути, отрезаны от внешнего мира. А маршрутка – это люди, это болячки, это общение, это неприятные матюки слышать и пропускать мимо ушей. Это опыт. А вы ездите, может быть, много по миру? Да, конечно, да? Очень часто. А где последний раз были, расскажите? Мы в Дубае. Ну, не в Дубае, а в Абу-Даби. И чем вы там занимаетесь? Мы там ходили на море. Плавали, катались на... На серфинге? Нет, серф в арабских Эмиратах нету, потому что там нету такого сильного ветра и нету волн сильных. А скажи, Киха, расскажите. Мы там были 6 или 5 раз в Дубае. Ага. Мы были там... Феррари. Да, Феррари. Феррари. О, это классная штука. Мои ребята мечтают побывать там. Понятно, что это за чьи-то деньги делаться. Я понимаю, что Оксанин муж очень и очень состоятельный человек, и он может себе позволить... Я к деньгам так отношусь. Знаешь, деньги же это просто средство для того, чтобы ты жил и жил так, как ты хочешь жить. Мечты должны сбываться. Ну, я уже не елся. Я пойду. Я тоже. Пойду. Ребята, нам очень было приятно с вами познакомиться. Вы отличная пара. Была рада знакомству. Спасибо. Была рада знакомству. Пока. Давайте я вам помогу. У меня вопрос с едой. Знаешь, когда все-таки дети едят в школе все время, да, они могут и поужинать в школе. Знаешь, для меня такая традиционная семья – это ужин, вечер, пятницы, когда вся семья в сборе, мама и папа там, значит, подают на вся стол. Вся жизнь в вашей традиционной семье, жизнь идет вокруг стола. У нас по-другому семья объединяется. Нас не объединяет еда. Это точно. У нас жизнь идет вокруг интересов. Мы собираемся на музыкальные занятия вместе. У меня муж также занимается музыкой, он вокалист. Сын занимается у нас. Бывает, когда мы играем вместе во что-то, занимаемся вместе спортом. Я беру их на марафоны, мы бегаем с ними, забеги. Мы ездили все вместе, всей семьей в Карпаты, катались на лыжах. Здравствуйте, девочки. Ой, здравствуйте. Добрый вечер. Меня Влад зовут. Ну, муж Оксана. Когда зашел Влад, девочки немножко растерялись. Мой мужчина красавчик, конечно. Успешный бизнесмен. Альфа-самец. Как вы познакомились? Расскажи нам, пожалуйста. Я жил в Киеве своей жизнью. Оксана жила в Москве своей жизнью. В один прекрасный день 3 человек посоветовали Оксане познакомиться со мной. Вот Оксана села на машину и приехала в Киев. Я даже не спросила его фотографию, я не знала, как он выглядит. Чем он занимается и вообще, кто он такой? У меня включилось чувство, что мне нужно увидеть этого человека. Так вы на тот момент уже были миллионером или еще нет? Материально нет, а духовным – да. Сейчас.
Но на тот момент у нас были действительно разные позиции. Я была успешной моделью, бизнесменом. В 23 я сделала первые свои $300 000. Основную прибыль я получила, вложив свои деньги, накопленные в акции. Это были акции «Газпрома», если кому интересно. И они очень сильно за 3 года на 300% выросли в цене. Это очень большой доход. Я приехала на своей спортивной машине, жена Audi TT. У Лады не было машины, и забирала его из офиса, отвозила домой. У нас были духовные интересы общие. А когда вот увидел первый раз человека, я подумал, интересно, вот такие люди приезжают ко мне пообщаться. Да. Ну, он назвал меня... Ни с того, ни с сего на Audi TT. Он меня назвал Фифой. Поэтому когда вы поняли, что это ваша Фифа? Ну, когда я увидел, что там Фифы нет, когда я увидел, что там глубокий человек. Оксана, когда мы с ней познакомились, она начала помогать снимать блоки, вот, блоки, которые стояли в голове. Так как я психолог, НЛП-ским языком говорится, я встраивала другую модель поведения. В нем включилась эта энергия, и он проявил себя как лидер и как действительно успешный бизнесмен. Женщина, набираешься энергии, и эта энергия проходит через тебя, и она идет в материализацию. Я так поняла, что благодаря Оксане, ее работе по открытию ваших чакр, Влад, она сделала вас миллионером, правильно? Это 50 на 50. 50% успеха – это от женщины, 50% – это мужское, если он готов идти туда, куда шея поворачивается. А поворачивается, Оксана, твоя шея, правильно? А голова – мужчина, правильно? Это как раз тот уникальный случай, когда действительно, благодаря женщине, мужчина вот достиг таких высот. Кроме этого, этот мужчина не отказывается от этих заслуг благодаря Оксане. Ну, лично, как по мне, это немного странная штука. Но я вижу, что они смогли в этом договориться. Вот видно, что им там вдвоим хорошо. Общее впечатление от гостей? Я устала. Было не совсем корректное поведение. В гості так не ходять. А що про космічні методи виховання Оксани думає Дмитро Карпачов? Вітаю вас. Здравствуйте. У вас нетиповий погляд на життя. Однозначно. І ваші діти, вони... Нетипові. Але мені здалося, що вони у вас зростають в досить гарних умовах, в тепличних умовах. Не стикаються з... зовнішнім світом. Это вам, наверное, так показалось только потому, что у них есть школа, построенная их родителями. Это наш выбор, как бы нам так классно. Они четко знают, что 18 лет, как в Америке, они свободны. Если нужно обучение, мы оплачиваем, но дальше они зарабатывают деньги сами, живут они сами и придумывают себе все сами. Скільки років старшому? 11 исполнилось. Он музыкант. И сейчас он видит себя в Америке. А не буде страшно відпустити дитину в іншу країну? Це класний, це дуже класний опит. Досвід для нього буде такий суттєвий. Він виросте. Нужно дати йому можливість пережити це. Я йому об'ясняю, смотрите, ви хочете стати мужчинами, да? Не мальчиками остаться і держаться за мамину юбку, а стати мужчинами. Поэтому нужно буде вийти в большой мир и научиться в нем жить. Таким образом, он учится самостоятельно достигать чего-то в жизни, кем-то становиться. Чи не боїтеся ви, що він зламається? Я не боюсь, потому что он философ, он глубоко смотрит на мир. А ви якось їх готуєте до самостійного життя? Да. Я больше с ними стараюсь общаться, мы философствуем. Мне нравится с ними такое зерно какое-то сажать, чтобы они мыслили о мире чуть больше. Я не знаю, кем должны быть мои дети. Я их только родила. Души пришли как бы сверху. Поэтому не мне решать, кем им быть. Пусть ищут сами. Дуже сподіваюся, що ви зробите все, аби ваші діти були готові для самостійного дорослого життя без вашої підтримки. Так. Дякую. Цілофіє. На все добре. А які питання до Оксани та її гостинного прийому виникли в її конкуренток? За самореалізацію я Оксані ставлю 8 балів.
Мне очень понравилось, что она реализует себя в различных направлениях. Смутило то, что она выбирает в большинстве случаев экстремальные виды спорта в виде своей реализации. Поэтому я 2 балла отняла. За хозяйственность я поставила 0. Стол Оксана даже нам не накрыла как хозяйка. Она не показала абсолютно никаких своих хозяйственных манер. Нам накрыли столовую еду холодную. Оксана, в общем-то, отстранилась от всего мира. И даже от каких-то бытовых нюансов она тоже полностью отстранила себя. Ставь 3-0. Она мне нервы попортила. Я не увидела, что дети Оксаны показывали такую вот прям суперлюбовь по отношению к ней. Все строго, все четко, так вот, без лишних эмоций. Нельзя там как-то... Мамуля! Вот не было такого. Поэтому я, наверное, поставлю Оксане 3 балла. У наступному випуску матусі навідаються до мами генералісимуса Олени. У них є чіткое розуміння, к чому можуть привести ті чи інші дії, і які слідують за цим наказання. Якщо ти грубиш, ти відправляєшся в підвал. Але чи є хоч якась межа в її покаранні? О, да. Темно, влажно, очень холодно. Это карцер. Родители легко могут выбить весь дух из детей, потому что они кастрированы с рождения. Ну, реально, это шокирующе и жестоко. Тебе пора в подвал. Це проект «Супермама». Тут перед вашими очима відбудеться запекла боротьба 4 матусь з кардинально різними підходами до виховання дітей. Цього тижня змагаються космічна матуся Оксана. Я заряджаюся від енергії сонця. Яка ростить синів у гармонії з енергіями Всесвіту. Давайте помедитуємо. Мама генералісимус Олена, яка розробила авторську систему покарань. В прошлом году був рекорд 480 присідань в 3 підходи. Мама держслужбовиця Олеся, яка перемогла у безлічі конкурсів. Я забрала всю колекцію наград, які були можливі. І виховує хист до перемоги в доньки-підлітка. Ні одна мама не може похвастатися таким кількістю наград у дочері, а також совмісних наград. Та всебічно обдарована матуся Віка. У мене цілих 6 образувань. Яка ростить маленьку копію себе. Ходим в похожих платьях. У нас там всегда одинаковые ободочки. Она перещеголяет меня во всем. Матусі вже побували у космічної мами Оксани, яка виховує дітей поза системою та навіть заснувала для них власну школу. Коли прийшло время старшого віддавати школу, я поняла, що я не знаходжу школу, яка б йому підходила. А ви вже вчили табличку умножень? Да. По 7 на 3. 16. Эти знания элементарны. А сьогодні в бій вступає мама генералісимус Олена. Меня зовут Лена Глус, мне 34 года. Я супербизнес-мама 3 дітей. У меня есть Кир, которому 9 лет, Нестор, которому 7, и Тереза, которой 3,5. А я совмещаю семью с серьезным бизнесом. У меня сеть ателье, и я знаю об одежде все. Мой бизнес успешный. Это мое детище, самое первое до всех детей. Это моя любимая работа, это то, что я умею делать лучше всего. Моего мужа зовут Богдан, он тоже бизнес-папа. У него кожаное производство и продажа онлайн. Я люблю работать, и я люблю быть в семье. И мне нужно как-то это все вместе соединять. Несколько лет назад наша семья жила в хаосе. Когда у тебя 3 детей, и ты не знаешь, что сейчас делать, что потом. У тебя постоянно тревога.
И поэтому мы начали договариваться с детьми о том, как вот это вот устроить. Мы с мужем разработали целую систему воспитания. Это таблицы и графики. Мальчишки зарабатывают баллы, они превращаются в живые деньги, и они понимают, что они могут благодаря этим деньгам сделать. Для меня очень важна дисциплина. Ай! Так подгодая! Діти, я хочу нагадати правило. У мами на роботі пульками не користуємося. У них є чіткое розуміння, к чому можуть привести ті чи інші дії і які слідують за цим наказання. Да, ми наказуємо дітей, ну а як інакше ще можна тримати ту дисципліну? Я считаю, что именно все это вместе делает моих детей супер-детьми, меня супер-мамой, а нашу семью супер-семейкой. И первыми в гости до супер-семейки поспешают Оксана и Олеся. Девчонки попали как раз в тот момент, когда мальчики решили почему-то обрисовать батарею. Привет, девочки! Привет! Ух ты! Привет. У нас тут горка. Сейчас ребята закончат работу, потому что они обрисовали батарею, пока вас долго ждали. И теперь они вытирают свои, значит, художества. Я считаю, что так должно быть. Если ребенок нарисовал, он должен убрать за собой. Лена використовує правильний підхід до виховання. Вже з 2-3 років дітей варто заохочувати прибирати за собою, якщо вони насмітили. Саме так діти починають розуміти причинно-наслідкові зв'язки своїх вчинків і вчаться нести за них відповідальність. Привіт! Як тебе звати? Кір. Кір? А ваша Оксана. Так. Мене Нестер. Нестер. А что с тобой случилось, Нестер? Это в школе осталось. Бабанули по башке этой. Угу. Кто-то закрывал двери и очень сильно ударил по голове. Потекает, потекает. Все в порядке. Ты будешь таким, знаешь, крутым парнем. Я не боюсь таких ситуаций, потому что я разрешаю своим детям падать, подниматься, пускай эти раны заживают, пускай они снова падают. Это опыт. Девчонки, идемте на кухню, а хлопці, ви, будь ласка, подивіться, чи все ви там прибрали до кінця, і потім приєднуйтесь до нас. Сразу ж з порога понятно, що тут строгость, дисципліна, і Лена, вона как бы за этим следить. Когда мы зашли на кухню, мне очень понравилось. Я люблю большие помещения. Действительно, есть место. Ну, тем более, это же многодетная семья, где им развернуться. У нас большой дом. Наша спальня детская, гардеробная, два санузла, большое внизу пространство, где кухня и тусня для гостей. И есть еще третий этаж, кабинет. Кто убирает? Убирают женщина. Понятно, что такой дом, в общем, тяжело содержать на самом деле в идеальной чистоте, стерильно, еще и когда у тебя трое сорванцов. Девочки, я хочу вам предложить выпить шампанского. Классно, но только я не пью уже 15 лет. Можно мне молока? Если хочешь, я хочу с тобой первый раз в жизни приготовить матчу. Это безалкогольный японский чай. Круто. Я хотела приготовить Оксане что-то вкусное, чтобы она тоже чувствовала себя комфортно. Было очень приятно, что тобой интересуются как гостем. Я люблю открывать сама. Ты профессионально. За чудесное начало дня. Начнем с твоей плиты. Вы сегодня тут готовили? Ну, конечно, уже мы дважды ели. Мы завтракали и делали такой предобед, потому что дети проголодались. Горелая. Горелая. Сухарики. Ребята просто себе сегодня сами готовили завтрак. У нас кухня, это место, хочешь поесть, пойди приготовь. Когда я хочу подольше поспать, Кир может приготовить себе там всякие яичницы, нарезать салат, сделать горячий бутерброд, покормить себя и Нестора. Еще и Терезу накормить. Если они, например, готовят, то они оставляют после себя остатки, они должны прибрать. Я учу их этому, но сегодня не досмотрела. Что-то у вас стреляло. Стреляло или горело? Это горело. Богдан готовит на сковороде блюда, в которые добавляют, например, вино. И когда
когда он делает вот такие вот шефские перевороты, когда все летит. Соответственно, огонь попадает на это вино, и оно все горит. Мне очень важно, чтобы кухня была чистая, как бы на ней ни готовили. А ребята меньше в этом заморачиваются. То есть он все время готовит? Мы готовим приблизительно поровну. На самом деле я люблю готовить. Моя мама шеф-повар и мой муж шеф-повар. Раньше он владел несколькими ресторанами. Тогда Богдан должен знать, что сюда нужно ставить или огнеупорное стекло, или плитку. Поэтому да. Порекомендуй ему. Да. Все замечания воспринимались не в штыки, а очень положительно. Общаться очень комфортно. Надо посмотреть вытяжку. Ребята, да. Ты когда-нибудь ее чистила? Давно, когда мы только переехали сюда. Это было 4 года назад. Она очень легко все воспринимает. И она сразу говорит, как есть. А, все, я поняла. Понимаете, я даже не могу показать, потому что оно даже не сошкрябывается. Это жир, это все еда. О, это ты пыль даже. Она работает? Слабо на самом деле. Леся права, ее надо почистить, надо эту байду всю разобрать. И уже давно. Ее неудобно там чистить, жир. Решиться на это довольно сложно, и каждая нормальная мама меня поймет. Видно, что на этой кухне руки не доходят до того, чтобы довести ее там до идеала. Лена, а что у тебя это за список? Это меню для детей и для няни. Ну, когда няня готовит Терезия, и они вместе едят. Я не собираюсь всю жизнь таскать детей с собой на работу. И когда я работаю, мои дети с няней. Я вижу, очень структурно написано. Меню очень четкое, нет никаких вариаций. Оно специально прописано для того, чтобы не было никаких отступлений. Этому меню где-то год, и почти все блюда из этого меню мы готовили вместе с ней. Потом она отправляла мне фотки. Я понимала, что все окей. Я же мама работающая. Я не звоню каждые 10 минут. Даша, а Тереза что съела? Даша, а Тереза покакала? Даша, а Тереза помылась? Я просто знаю, что моя няня делает то, что хочу я, потому что у нее есть схемы и графики. Я предоставляю няне выбор, и дети могут захотеть чего-то другого. У Лены очень все под контролем. Це не контроль, а чітка постановка задачі, що спрощує всім життя. І мамі, і няні, і дитині. Що чіткіший запит, тим прогнозованіший буде результат. Одна справа казати, я хочу, щоб мої діти були нагодовані, інша, я хочу, щоб мої діти о 12-й поїли омлет з 3 яєць. Открывай, спрашивай, не стесняйся. Я тут вижу кучу разных консерваций. Да. Это персики турецкие прекрасные. Перчики. Нам полюбились Турции, теперь что-то покупаем там здесь. Соусы. Это борщ будем готовить. Холодильник вижу. Одну консервацию и соусы. Да ну что с консервацией не так? Ну всю жизнь люди консервируют. Ой, а у тебя тут грибки живут. О, привет, грибок. В общем, у нас тут есть новый хумус. Это еще свежий. Благодарю. А если залезут и хумус с грибочком? Они не едят хумус. Хумус люблю только я в нашей семье. Что означает плесень в этом хумусе? Что я 3 дня не открывала этот хумус. Вот и все. Ничего здесь такого страшного нет. Это заготовки им с собой? Эта Тереска не захотела обедать. Я сохраняю это в боксе. Короче, я подкармливаю местных котов. И я разрешаю не доедать еду. И мне жалко выбрасывать. Вы в салат и майонез добавляете? Я не добавляю салат и майонез. Но иногда мы любим, например, приготовить крылышки, подать сельдерей, морковь и соус из майонеза с сыром горгонзолой. Это вкусно. Я не могу от этого отказаться. А что это? Это бульоны. Богдан готовит большую кастрюлю бульона и потом замораживает, как в ресторане делают это. И потом на этих бульонах он, в общем-то, и делает. Кастрюли в холодильнике не хранятся, а все четко структурировано в боксиках, как в ресторанах. Чистота в холодильнике, красота. Всегда ты видишь, сколько чего у тебя есть, потому что боксы прозрачные. А что у тебя там висят? Еще да, списки. Это графики. Это все графики, потому что когда у тебя 3 детей, в общем, очень сложно это все собрать в кучу. Ну, в данном случае здесь график приема вечерних лекарств. Это же не лекарства, это витамины, да? Есть витамины, есть другие лекарства. Дети переболели и уже пошли в школу, но еще какое-то количество лекарств нужно было допить для того, чтобы укрепить иммунитет.
Они там подходят, они знают, что нужно вот 5 гранул на ложечку съесть, и отметил себе. Я не бегаю каждый раз, не сразу: Кир, ты выпил? Мясор, ты выпил? Я такая подошла, посмотрела, так, не отмечено, значит, не пил. Дети маленькие. Как-то непонятно, что они сами пьют лекарства. Графики приема лекарств развивают в них самостоятельность, желание выздороветь, понимание распорядка, что зачем. Это самоорганизация. Они любят школу, они хотят побыстрее попасть в школу, побыстрее выздороветь. Соответственно, они стремятся эти лекарства вовремя все выпить для того, чтобы был результат. Дети без присмотра родителей могут перепутать лекарства, и результаты могут быть фатальные. Я детям рассказываю, что такое лекарства и как они опасны. Мои ребята уже достаточно взрослые, они умеют читать и понимают, что это за лекарства, зачем они нужны. Они же не сумасшедшие, чтобы выпить банку лекарств и умереть. У такому віці, як сини Лени, діти точно можуть самостійно приймати ліки. Але контролювати їх дійсно треба. Це не означає ходити за ними і допитуватися, а ти точно випив ліки. Це означає спостерігати і перевіряти кількість залишків у блістерах. А вот эти вот другие таблички, это здесь ребята зарабатывают денежки. Папа выдает им баллы за то, что они что-то делают. Богдан, например, может попросить: ребята, сходите, пожалуйста, в подвал, мне нужна картошка. И кто с радостью бежит и приносит картошку. И он говорит: слушай, парень, ты такой классный, ты мне так здорово помогаешь. Вот тебе, пожалуйста, 30 баллов. 1 балл равняется 1 гривне. А баллы выдаются за то, что ты сделал доброе дело от чистого сердца, и баллы выдаются неожиданно. Ідея мотивації грошима непогана, але це може призвести до того, що діти не хотітимуть нічого робити безкоштовно. Тому Лена правильно робить, коли видає бали раптово за щирий прояв бажання допомогти. Також для мотивації грошима важливо, щоб була оцінка виконаної роботи. Дитина має не просто щось зробити, а зробити це якісно. Привіт! Ви відмили. Ви відмили? Так. Ви молодці. Ребят, я вам вкусняшки привезла. Сейчас посмотрим. Ой, я такие люблю. Я мня. У нас правило. Если ищет эти десерты. Можно мне взять? Терезочка, у нас какие правила? Десерты после ищет. Вот так. Сестру приучают в порядку. Меня удивило, потому что большинство детей сразу сладкое распаковывают и тянут в рот. А тут мальчишки осознанно сказали, что мы только после еды. Они не пошли в конфликт с мамой, не пытались там где-то из-под тишка укусить вкусненького кекса. Я знаю, что все мальчишки любят оружие. Держите. Ух ты, Нерф, нифига! Спасибо, очень спасибо. Я. Ребенок так искренне обрадовался подарку, что это говорит о том, что они не разбалованы. И это мне импонирует, потому что семья зажиточная и могла бы баловать своих детей. Я не знаю, что дарят девочкам, но у меня такого опыта еще не спасибо было. У меня большое, нету девочек. Спасибо. Надеюсь, что тебе это очень понравится. Тогда хочешь примерим? Давай. Ты не носишь такие? Мне показалось, что девочка совсем не поняла, что это за предмет и зачем он нужен. Когда она увидела обруч, она не сразу поняла, куда его применять. Нет. Ну что, Тарас, подходит там обруч на твою? Ой, какие гарные! Я сама в жизни тоже не сильно себя приукрашиваю всякими заколочками и стразиками. Ну и дочь свою точно так же. Поэтому у Терезы была абсолютно объяснимая реакция. Привет! Вот, она пришел! Привет! 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 Это тебе. Но я тебе хочу сказать, что я пока прошлась тут по коридору, поняла, что он может здесь завять, потому что у тебя срач. Обрисованные стены, сломанные вещи. Это все в жиру, в пыли, в грязи. Все раскидано, разбросано. Девочки, я хоть на ревизию успела? Нет, а мы уже все выпили. Я бы тебе так сделала. Вика очень сильно опоздала. И вместо того, чтобы зайти и извиниться, она завалилась с обвинениями. Что тут у тебя за дом такой плохой? Я опоздала, потому что меня просто задержали на красной дорожке. И никак я не могла ворваться быстрее. Кстати, я Вика. Я Вика. Мне мама говорила. Давай, Тереска. Ладно. Впечатление произвела.
Маленьким детям желательно садиться на их уровень, чтобы они не пугались. Приходит такое большое, красное, на каблуках, и громко тебе там что-то. А это вот у нас кто такой? Можно убивать, меня не надо. А чужих-то девочек можно? Меня не нужно. На кухне хаос. Оксана и Олеся мило улыбаются. Дети бегают, стреляют с пистолета. Я поняла, что сейчас я устрою разнос и ревизию всего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я буду за этой тетей прятаться сейчас. Фух! Больно. Ой! В меня выстрелили с этого пистолета. Боль, жжение в ноге. Ладно, выстрелил в меня случайно, рикошетом. А здесь я понимаю, что он специально в меня стрельнул, он целился и попал. И я была в шоке. Выстрелил мне прямо в ногу, и это болезнь. Ой, ребят. Кир? Кирусик. Які покарання за те, що в людей стріляти? 50. А можна людей стріляти? Ні. Тобто ти порушив? Так. Да. Виконуй. Ти теж вистрілив? Присідайте, будь ласка, по 50. Мальчики, знають, у нас є правила. Стріляти і целитися в людей запрещено в нашому домі. Якщо ти стріляєш і целишся в людей, у тебе є последствия. Ти присідаєш. Публично приседать – это нормально? Публично приседать – это ненормально. Вот. Вместе с этим они сделали то, чего делать у нас в семье нельзя. Ты же унижаешь самооценку своих малышей. Для меня, как для мамы, достаточно, если бы они просто попросили прощения, а не применять какие-то физические нагрузки, да еще и привселюдно. Інша справа – порядки вдома у Віки. І про це вже у наступній програмі. Умієш читати, Злата? Я не вмію читати, поэтому мама буде читати. Злате 6 лет. Я целенаправленно не напрягаю своего ребенка. Насколько она хочет иметь знания, настолько я ей и даю их. Ее ребенок не умеет читать, зато она умеет краситься. Олесь, ты простила, если перед тобой просто извинились? Ну, я бы простила. Я уже свою вину чувствую, что его заставили приседать. Просто, ну, мне не так больно было, я могла об этом не сказать. Мне самой было неудобно. Неудобно перед... То, что... И мне нет, очень неудобно. Мне а им удобно было стрельнуть вас, да? То есть это удобно. Тогда надо не давать оружие на кухне. Тебе, как маме, проводить дисциплинарное нюансы. Это подарок был. Ты права, но это был подарок, и ребята, видимо, заигрались. Покарання у вихованні дуже важливі, але потрібно робити їх правильно. Не шкодити фізичному та психічному здоров'ю, не принижувати дитину. За один проступок має бути одне своєчасне покарання. Позитивною є наявність шкали, коли розмір покарання чи заохочення відповідає масштабам здійсненого вчинку. У таких умовах діти не відчувають несправедливості і розуміють, що все, що з ними відбувається, це наслідок їх власних дій. Пацани, це не рахується, все заново. Мама! Так має бути. Ми ж не хочемо піти в підвал, правда? Який підвал? Підвал. Ну, підвал – це те, що я представляю. Темная, холодная батарея, цепь. Да, это темная, холодная, без батареи и без цепи, со стульчиком. Сел и успокоился. Що таке підвал, матусі дізнаються дуже скоро. А поки вони йдуть у дитячу кімнату. Ух ти! Ой! Мы могли стать только возле двери. Потому что размер комнатки 1,8 м – это максимум. Вы все втроем спите, играетесь и живете в этой комнате? Да! Для троих разнополых детей одна комната. Кстати, а где у вас сестричка спит? У нас тут. Да, и не падает. Если бы Тереза была одна, то она просто лежала и было бы скучно. Когда она остается засыпать одна в комнате, она страдает, она не может, она плачет, она ночью просыпается. Но я понимаю, что она скоро подрастет, и ее нужно будет все равно отселять. Діти різної статі можуть комфортно жити у одній кімнаті, доки хтось із них не став підлітком.
Тому якщо комусь із дітей виповнилося 11-12 років, відразу варто розвести дітей різних статей у окремі кімнати. Ух ти! Ви займаєтесь дзюдо? Оце мої дві і там ще одна золота. Я хочу, чтобы ребята выросли уверенными в себе мужчинами. Поэтому мы выбрали дзюдо, которое формирует в них самообладание, дисциплину, признание ошибок. Вы хотите дзюдо заниматься сами или это больше папа хочет, мама? Я хочу, а тел не хочу. Тел хочу быть хоккеистом. На льду на коньках стоял? Нет. Ты как-то родителям вообще рассказывал, что вот я не хочу ходить на дзюдо? Да, я говорил. И что папа, мама? Нет, тебе надо ходить на дзюдо, потому что тебе типа надо защищаться. Мальчику 9 лет, и он не имеет права выбора и права голоса. В выборе кружка для ребенка нужно руководствоваться его желанием и его внутренней мотивацией. Когда он хочет этого сам, он достигнет большего. Заставлять детей уж точно не нужно. Користь від гуртків буває тільки тоді, коли дитина обирає їх сама. Саме так діти і знаходять себе і свої інтереси. Розуміють, що їх приваблює, а що ні. Насильницькі гуртки просто відбивають бажання чимось займатися. Батьківські амбіції суттєво псують життя дитини. Розкажіть, як ви відпочиваєте? Покупаємо, шопимося. За ваши баллы? Да, за то, что мы, денежки у нас есть, и мы можем там... Да, и что вы выбираете? Попкорн, всего вкусного, много-много. Нет, я вот такие же эти штучки сбираю. Вот такие, покажи мне их поближе. Ну, обычно такие бусинки, вот, ну, не знаю, очень любят девочки. А для чего тебе вот это вот, бусинки? Ну, я сбираю для мамы, чтобы поколось сделать браслет. Классный подарок, маме очень понравится. Классный. На самом деле они любят маму, у них классные отношения, выстроены хорошие отношения, близкие. Каждое воскресенье идем в кино. Нас мама туда отвозит, идем в кино. Сами идем в зал. Я была один раз там, и я пока шла в кинотеатр, я там заблудилась. Да, там огромный торговый центр. Прямо у меня в голове. Я ее наизусть знаю. Я категорически против. Детей рано отпускать в таком возрасте в торговый центр непонятно куда. А вы терялись когда-нибудь? Я терялась. Я пошел к охраннику, сказал, что я заблудился. В такой комнате там дядя сидит и с камерами, которые смотрят на камеры. И там динамики вот так вот на всю лавину громко. Внимание, родители, заблудился мальчик. Ты молодец, что ты там пошел к охраннику. И вы так нашлись. Да. Киру 10 лет. И Нестору 7. Они полностью приспособлены к жизни. Они могут на маршрутку сесть, проехать. Они могут, ну, пойти купить себе еды. Они знают, кому прийти, у кого попросить помощи. Они знают наизусть номера телефонов, адрес. Еще мы сидели кино, смотрели Захара Беркута. И посреди фильма пожарная тревога была. О, что вы сделали? Мы вышли из зала, потом пошли на выход и позвонили маме с папой. А потом опять сказали, извините, это была ошибка датчика. Мальчишки, слушайте, ну на самом деле я бы испугалась. Вы испугались? Да. Я очень сильно испугался. А потом, когда мы пришли в школу, всем прям рассказывать. Как же ты, мама, не была в этот момент? Они очень сильно испугались. Какой стресс! У житті буде чимало подібних ситуацій, коли діти не зможуть звернутися за допомогою до батьків. І їм доведеться приймати миттєві рішення самостійно. Тому завдання батьків – підготувати дітей до подібних ситуацій. Діти Лєни не розгубились, не запанікували, вони слідували усім інструкціям. І навіть набрали своїх батьків і повідомили про проблему. Слушайте, ну ми бачили, у вас є наказання. Мама не скриває, вона це розказувала нам. Я слышала про підвал. Если ты грубишь отцу или матери, ты отправляешься отбывать наказание в подвал. Что там? В подвале холодно, ты под землей, лампа одна и все. И там ступеньки железные. Карцер. Вообще-то это называется карцер в других заведениях. А что нужно сделать, чтобы попасть в подвал? Папа отправляет, если там пострелял очень много раз в него.
А из-за чего ты можешь стрелять в папу? Что он меня может вообще разозлить? Наорать на меня, наругать, потыкать пальцами в меня. Вот так, вот, так вот мне в живот тыкает пальцами. В подвал отправлять может только отец. То есть я не имею такого права. Я пытаюсь решить ситуацию всегда словом, договориться. После того, что мы услышали, нам стало интересно посмотреть на мужа Лены. Что там за тиран такой? Это вообще домашнее насилие. Как можно тыкать в них пальцами, пихать в подвал? Девочку тоже так наказывают? Нет. Девочку вообще не наказывают? Да. Никак. Ну, папа только может один раз легонько. Пиу. Я надеюсь, что девочки заметили, что Тереза не сделала ни единого нарушения. Она сама хорошо соображает. Она просто знает, что это у нас не принято. А здесь не надо нарушать, потому что будет такое последствие. Она не хочет нарушать, бунтовать не хочет. Терезу мы не наказываем вообще. А можете показать нам подвал? Окей. Да. Я боюсь туда идти. Лена шокировала меня еще на первой встрече наказанием в подвале. И мне, конечно, не терпелось посмотреть, что это за место, потому что, ну, реально это звучит шокирующе и жестоко. О, да. Никол, смотри, на тебе пол. Я люблю пол. Ну, вот смотри. Темно, влажно, очень холодно. Просто вот такое, знаете, чувство невыносимости и страха. Неприятное место. Ну, сидеть там взрослому точно не захочется по собственному желанию. Кирюш, скажи мне, пожалуйста, а когда ты сюда спускаешься, что ты чувствуешь? Это ничего не чувствую. Ну, стыдно, то, что мы и папу не послушались, либо маму не послушались. А почему вы не просите прощения, не пытаетесь поговорить, объяснить с папой? Мы пытаемся, когда плачем. Мы пытаемся, но не можем. Но не можете, и поэтому все равно... Да, потому что папа все время тыкает пальцем. У них система управления семьей и детьми авторитарная. Папа, он решает все, у папы последнее слово. Богдан так и говорит, что он папа главный командующий, я мама, мисс Гнучкисть. И мы с ним очень здорово друг друга дополняем. Вообще, хотели бы пересмотреть правила с родителями и наказания и как-то сделать их по-другому? Да, очень. Договориться с папой. Вы хотите договариваться, да? Да. Как долго вы здесь можете сидеть? Ну, пока не умрем с голоду. Но это вы преувеличиваете. А вот это вот я кушал, это сухарики. Я их кушал, просто вот тут поедал, вот такие вот жмени. А как вас вообще отсюда забирают? Как вы выходите? Или вы просто... По таймеру, там таймер слышно. Никто его там не пихает идти туда и не заводит за руку со слезами, как это там нам в фильмах показывает страшных. Ставь себе таймер на 10 минут, спускайся в подвал, остывай, приходи спокойно и будем разговаривать дальше. Це нормальне покарання – відправити дитину, побути наодинці та заспокоїтися у окремому місці. Але якщо ви обираєте як місце спокою підвал, то переконайтеся, щоб дітям там було безпечно. Це має бути місцем усамітнення, а не карцером. А що це таке? Антимураха. Це яд. Це у нас просто, коли там лові завелись. А почему же ты его так руками-то трогаешь? Да ладно, мы уже тоже потрогали. Подожди, а где он лежал? Там. А почему здесь в продуктах лежат пестициды для муравьев? Ну, это не детям задавать вопрос. Наверное, они не знают об этом. Какие-то пауки, которые падают тебе на голову. Какая-то еда вперемешку с какими-то токсичными муравьиными отходами. Я хотела немедленно поговорить с Леной, потому что это недопустимо. Рассказывай. Про подвал вам рассказать? На Викторию там пауки падали. Меня возмутили наказания в общей сложности. Меня возмутило то, что дети приседают. Ну, я понимаю, потому что ты не наказываешь своего ребенка, и тебя, в принципе, возмущают наказания. Я говорю ей нет.
Тебе пора в подвал. Я знала, что для них это будет шоком. Сейчас будут меня все гнобить, засыпать камнями, что я плохая мать, и отправляю детей в подвал. Если мой ребенок, простите, позволил себе опрокинуть матерное слово, то будут ощущать твои дети, когда ты их запихиваешь в подвал. Ты перебила меня. Мои дети живут в дисциплине, в ответственности и понимают, что если они кому-то навредили, они несут за это ответственность. Блинчик. Они просто ходят бронят. Лена, но ответственность. Я зажилась, потому что блин. Меня начинает колбасить. Вы выставляете в подвал детей. Они там едят все, что угодно. Открываем сухарики, да, открываем все да, остальное. Да. И вот в этом помещении, прямо вот так возле этих сухарей стоит травля муравьев. Вика, герметически запакованный пакетик. Он липкий. Вик, он это может значит, быть... на него попала вода послушай, или еще что-нибудь. На него значит, что он не такой герметический. Может в подвале попасть. Я знаю, есть случаи, дети выпивали там и жидкость для мытья туалетов. Ну, ты же не попрячешь все на свете, знаешь, закроешь на большой амбарный замок и будешь тихонечко вытаскивать. Насправді Віка перебільшує, адже при нормальному розвитку дитина вже в п'ятирічному віці має розуміти, що можна їсти, а що ні. Що таке їжа, а що таке побутова хімія. Моя порада батькам – переконатися в тому, що ваші діти – знають, що таке побутова хімія і чим вона небезпечна. Ребенок достав це при нас. Ніхто із нас не доставав його, ніхто так не показував, що, не розказував. Так і що, ребенок достав? Да нельзя он так делать. Чому нельзя? Нельзя. Он может достать все, что оставлять он хочет. Одного ребенка з муравьиным ядом. Нельзя оставлять я одного так... ребенка. Вообще Вика, по-моему, ты сошла с ума. Дети маленькие, дети которые едят... могут достать эту упаковку, маленькие пачку. Дети, это 9-летнего, открыть. Мои дети понимают и умеют считать, что такое муравьиный яд. Вика такая с красными глазами, а у гнедышащего дракона. Если бы тут была бы печь, она бы, наверное, меня посадила на лопату и засунула туда просто на сожжение. Вика развернула такую агрессивную кампанию против Лены, придралась к этому герметично запакованному яду для муравьев, который на самом деле был не липкий и безопасный, явно для того, чтобы потопить конкурентку. Больше, видно, она не нашла к чему придраться. Я понимаю то, что ты хочешь сыграть, и я понимаю, я как не тебе пытаюсь сложно. Вообще сыграть. Я... на этих конкурсах красоты, потому что там сидят девочки такие же неискренние, как ты, которые просто готовы просто каблуками своими наступать на голову друг другу, лишь бы только дойти к победе. Ты занимаешься взаимообменением, но не отвечаешь ни на один вопрос. А Лена молодец, она поставила Вику на место, и, в принципе, Вике больше ничего было, что ответить. Ненавижу. Почему дети ходят сами в кино? Они очень сильно вспоминают случаи о том, как была пожарная безопасность, и о том, как они не знали, что делать. Да, мои дети ходят самостоятельно в торговый центр. И когда назад по улице. В торговом центре и звучит сирена, что сейчас пожар. Дети боятся? Ясное дело. А ты не боишься пожара? Вот я боюсь. Все боятся пожара. Именно поэтому мои дети делали все, как велел им голос из этого граммофона, который звучал. И мои мальчики уже взрослые, и их уже не то чтобы можно, их нужно выпускать. Я начала возить Кира на курсы. Как распознать, настоящий это охранник или нет? Что делать, если ты потерял маму в торговом центре? Как быть, если у тебя нет телефона? Что нужно знать обязательно в этом возрасте? Это все знают мои дети. И когда Кир был маленький, вот ему было 6 лет, он только начал на эти курсы ходить, я в торговом центре подстроила ситуацию так, как будто бы ребенок потерялся. И я понимаю, что мой ребенок четко выполняет инструкции, которые он получил на этом курсе. Лена дает им самое правильное воспитание, потому что они готовы к экстремальным каким-то ситуациям, критическим ситуациям и могут очень правильно ориентироваться. О, девочки, здравствуйте! Спасение мое! Они меня уже закидали и застреляли. Обижают? Меня. Не я. Все. Да. Я очень ждала Богдана, потому что после Викиных этих прессований мне нужно было, чтобы приехал мой капитан и сказал всем «Разойтись!» Что, обижают тебя? Да, обижают вот это. Да? Подождите, сейчас я честно говорю, как мы ее накормим. Мы ее накормим. И она станет мы ее накормим.
Лена, когда пришел муж, расслабилась. Муж – ее стена. Она такая сразу мур-мур-мур. Как вас зовут? Меня Оксана. Привет. Очень приятно. Богдан. Виктория. Рада знакомству. Здрасте. А вас? Олеся. Очень приятно. Он... Главное, я борщ буду делаем, варить. Вы будете борщ есть? Вика, вы будете есть борщ? Да, я могу вам даже помочь готовить. Да, мне нужна помощь. У меня вопрос. Будете чистить свеклу. Я принесла вам раненого рыцаря. Так, и что мы делаем? Ленка, чистим бурячок? Надо три картофельные притащить. Не до того. Три картофельные. Катай, допомога треба. Аба! Оч! Не. Ви знаєте, наблюдається? Не. Три картоплини, ті, що жовті, не червоні. Муж Лени, видно, що він брутальний, хазяїн в домі, уверенний в собі, і видно, що вся сім'я його слухається. І дисципліна, звісно, це від нього. От смотрите, як ви прийшли і стали ко мені отак, да? Я одразу зрозуміла, що ви хочете мене оцінити. А от вам ножичок. Виктория начала кокетничать, крутить своей попой, но это настолько было некрасиво. Вы ведь не чистите свеклу. Что, помощь это была только дымовая завеса? Нет, нет, нет. А вы просто хотели поближе ко мне подойти? Я вам ножик. Мне тоже нравится ваша компания. Лена, твой муж обнимает отлично, меня. Отлично, пускай обнимает, может, ты раздобреешь все-таки. Мы еще и с Богданом вместе можем обсудить, как она по-дурацки кадрила его, и Богдан может подстебнуть, и мы вместе поржем еще с нее. Вы мне дали то, что красит руки и ногти. А мне как модели это, увы, нежелательно. А вы модель? Да. Модель чего? Форма. Человека? Это не смешно. Мы были у вас в вашем подвале. Я задала вопрос, говорю, ребята, вы хотите с папой научиться договариваться? Они не хотят получать наказание, а готовы прежде поговорить. А вы говорите про наказание пойти в подвал, посидеть и успокоиться. А это же есть наказание за отсутствие диалога. У нас есть структура. Если, например, кто-то громко хулиганит, то мы ему там предлагаем не хулиганить, чтобы он не мешал нам разговаривать. Ответы на твои вопросы. Ему разрешается хулиганить в другой комнате. И если он не идет в другую комнату или не перестает хулиганить, тогда ему предлагают сделать там. Мне ясно, как родители легко могут выбить весь дух из детей. И дети не перечат, не хулиганят в школе, не посылают препода. Их не надо наказывать, они не нуждаются, потому что они кастрированы с рождения. Но если дети восстают, я научаю мальчиков бунтовать. Я даю им специальную терминологию, с помощью которой мы это можем потом обсуждать. Наша ругань похожа на какой-то совет директоров. Говорим, а я нет, я не согласна с этим, потому что ты там это и это. И мы договариваемся. Было бы странно, если бы мое общение с детьми ограничивались одними лишь наказаниями. Это, видимо, картинка, которую вы сложили себе. Она занимает там 3% коммуникации. Остальная часть коммуникации, она диалоговая. Поговорив с мужем Лены, я поняла, что его методы воспитания вполне адекватны и подходят для воспитания их детей. Они не жестоки, они направлены на дисциплину. Кушайте на здоровье, кто голодный. Очень вкусно, спасибо. Ну, борщ реально вкусный. И я думаю, за счет командного духа, диалога, да, я чувствую, и демократии. А що Олена приховала від матусь, але розповість головному експерту програми Дмитру Карпачову. Вітаю. Добрий день. Я хочу получить от вас помощь, потому что есть вопросы. Сейчас Киру 10 лет, моему старшему сыну, и он очень изменился за последних несколько месяцев. Он начал по-другому реагировать на мои просьбы, на просьбы мужа, которые раньше, в принципе, выполнялись всегда беспрекословно. Я чувствую, что те способы воспитания, которые были раньше, сейчас они уже не работают, и я как будто бы, ну, потеряла такое доверие в его глазах. Його небажання з вами говорити, воно може бути викликане двома причинами. Причина перша – він не знає, як це – домовлятися. В нього нема такого досвіду, бо раніше в нього були тільки прохання, які були обов'язковими до виконання. А друга причина – він не хоче домовлятися, бо розуміє, що це все безперспективно.
можна домовлятися, можна приводити аргументи, але все одно батько або мати змусять мене зробити так, як вони говорили. Та близькість, яка ще є між вами, вона зменшується. Чому все заплакали? Я хочу, щоб в нашій сім'ї було не так, як в сім'ї, наприклад, моїх батьків. А як там було? Как раз все то, что вы говорите. Там люди, которые не умеют договариваться. То есть люди, которые не могут услышать друг друга. И если я, например, со своим мужем я научилась договариваться, это все-таки взрослый человек с ним. Это, наверное, проще сделать, чем сделать с ребенком. Но я хочу научиться и с детьми это делать. Знаете, чем с человеком простейше домовлятися? Тому що у вас немає іншого виходу. А з дітьми? А дитину можна змусити. Її можна покарати, її можна залякати, на неї можна накричати. В нашому дорослому житті є не так вже й багато речей, які важливіші, аніж стосунки з дитиною. І коли під час конфлікту ці стосунки під загрозою, то треба зосередитися на тому, аби їх вирівняти. Ну, а скажите мне, вот ведь все равно, ведь 10 лет – это какой-то порог определенный. Вы хотите найти виправдання тому, что не знаете, как с дитиною спілкуватися? Вы не хотите с ним домовлятися? Вы хотите, аби было так, как и раньше? Вот вы можете сказать своему человеку, так, иди… Ну, конечно, нет. Ну и он же мне отвечает не так, как ребенок. Ребенок там все разбросал, там психи, крики. Чому? Потому что он не умеет по-другому. Так, а чому не вміє? Потому что не научили родителей. То добре, що ви це все усвідомлюєте. І далі це все справа техніки. Ну так. Да. Було б дуже добре, коли б ви слухали вашу дитину, перепитували в неї, чому вона так вважає, ну, як да. вона себе відчуває, коли зараз ви на неї тиснете. Вчіться по-іншому спілкуватися з вашим старшим сином. Вчіть його стримувати свої емоції. Але робити це треба не тоді, коли вже його понесло. А коли ви бачите, що зараз ще декілька реплік, і ситуацію вже не можна буде повернути назад. Ну, я пробувала навіть пару раз з ним. Ну, как пару раз. В общем-то, это моя цель, задача. Мы с ним обсуждаем моменты конфликтов в тот момент, когда конфликта уже нет. Прошло несколько часов. Добро. Все добро. Тогда это получается. Ну, короче, это непрерывная работа, я так поняла. Все время, все время, все время. Все время. Дети — это навсегда. Так. Все. Я поняла. До 18 років. А як конкурентки оцінять нинішні методи виховання Олени? Оценки Лени за воспитание 3 балла, потому что они наказывают достаточно жестко детей. В моем понимании это неприемлемо. И то, что они заставляют детей делать то, чего они не хотят, это может повлечь за собой психологические проблемы, может даже сломать ребенка. Оценка Лени за хозяйственность 0. Везде бардак. А вообще муравьиный яд в доступе для детей меня просто поразил. Я ставлю Лене за самореализацию 6 баллов. Она увлечена только своей работой, развивает свой бизнес, но не уделяет должного внимания каким-то увлечениям. У наступній програмі всебічно обдарована мама Віка познайомить матусь зі своєю маленькою копією. Златки, кстати, ще предстоїть поїхати на мировий конкурс. Це просто восторг. Моя ключова тактика. Я не запрещаю. Але чи робить відсутність рамок щасливою маленьку Злату? Ну, вона не худенька. Вона запивала конфети сгущенкою. Я іноді їм! Нету правил у ребенка. Ну нету правил. Ребенок уже с проблемами. Мой ребенок имеет здоровое питание. Вы поняли, конечно. А что вообще не понимаю? Це проект «Супермама». Тут перед вашими очима відбудеться запекла боротьба 4 матусь з кардинально різними підходами до виховання дітей. Цього тижня змагаються
космічна матуся Оксана. Я заряджаюся від енергії сонця. Яка ростить синів у гармонії з енергіями Всесвіту. Давайте помедитуємо. Мама Генералісимус Олена, яка розробила авторську систему покарань. В прошлом году був рекорд 480 присідань в 3 підходи. Мама держслужбовиця Олеся, яка перемогла у безлічі конкурсів. Я забрала всю колекцію наград, які були можливі. І виховує хист до перемоги в доньки-підлітка. Ні одна мама не може похвастатися таким кількістю наград у дочері, а також совмісних наград. Та всебічно обдарована матуся Віка. У мене цілих 6 образувань. Яка ростить маленьку копію себе. Ходим в похожих платьях. У нас там завжди одинакові ободочки. Вона перещеголяє мене во всьому. Матусі вже побували у космічної мами Оксани, яка виховує дітей поза системою та навіть заснувала для них власну школу. Коли прийшло час старшого віддавати школу, я поняла, що я не знаходжу школу, яка б йому підходила. А ви вже вчили табличку умножень? Так. Да. 7 на 3. 16. Ні. Ці знання елементарні. Також мамконтроль оцінив суворі методи виховання Олени. Якщо ти грубиш, ти відправляєшся в підвал. Ну, реально, це шокуюче і жорстоко. Як довго ви тут можете сидіти? Ну, поки не вмремо з голоду. А зараз гостей приймає всебічно обдарована матуся Вікторія. Привет, меня зовут Щелко Виктория Олеговна, мне 30 лет, я полицейский, телеведущая, актриса, модель. Действительно, мне все интересно. О боги, у меня целых 6 образований, целая стопка красных дипломов. Я максималист. Я говорю себе каждое утро. Вставай вперед, иди. У тебя все получится, ты достигнешь, ты сможешь. И я супер мамочка, потому что у меня есть юная, маленькая, прекрасная девочка, мое солнышко, которую зовут Злата. Ей 6 лет. Сказать, что я свою дочку люблю, это ничего не сказать. Я ее обожаю. Это моя лучшая подруга. Я уверена в том, что она перещеголяет меня во всем. Потому что она очень умная, очень талантливая. Она занимается конным спортом, она занимается танцами, хочет заниматься вокалом. Мы вместе занимаемся блогингом. Злата блогер и я блогер. Она часто со мной на съемочной площадке, на кинопремьеры в кинотеатре. Мы вместе ходим на красной дорожке. Если говорить о папе Злате, мы развелись из-за того, что Златочка должна была появиться, потому что на тот момент бывший муж не хотел ребенка. Вот, поэтому я горда тем, что я родила Златочку, я делаю все, чтобы она была счастлива. Злата у меня на первом месте. Только благодаря ей я могу достигать тех высот, которые есть. Супермама – далеко не перший телепроект, у якому бере участь Віка. І досі їй ніде не вдавалося перемогти. Та, можливо, їй пощастить цього разу. Я супермамочка, тому що умудрилась бути успішною в кар'єрі і розвивати успішного дитину одна, сама, без допомоги мужа, рідних і близьких. Як Віка встигає так розвивати і себе, і донечку, вже поспішають з'ясувати її конкурентки. Віка заявила о себе як експерти во всіх областях науки і техніки, тому не терпиться побачити, що у неї вдома. Все ли так ідеально, як вона говорить? Привіт, дівчонки! Привіт! Вони були одинаково одеті, одинаковими прическами. Этот family look, ну, просто сразил на повал. Видно було, що дівчатки підготовились. Я очень люблю, когда мы со Златкой выглядим как две куколки, которые одна маленькая, одна большая. Всем привет, меня зовут Злата. Я обратила внимание, потому что красная помада была у Златы. Это все-таки рано. Ребенок должен быть ребенком, то есть естественное состояние. Можно чуть-чуть какими-то там блестиночки, но не красная помада. Я лично обратила внимание сразу, что ребенок чуть-чуть
полноват. Крупная такая девочка. Ну что, вы в скромной женской холостяцкой квартире. Здесь живут одни леди. А если вы разрешите, мы проведем вам маленькую экскурсию. Вы посмотрите все, что именно идентифицирует меня на стенде. Я понимала о том, что мне нужно презентовать себя, все мои награды. Это корона первого конкурса красоты, в котором я принимала участие. Да. Это было так. Я ездила на все научные конкурсы. Я была страшным ботаном. У меня все пятерки. И здесь приходит декан, а я тогда училась в колледже, и говорит: слушай, Вик, никто не хочет ехать на Мисс Университет. Едешь ты. И так вот первая корона появилась, Мисс Университет, которая привела позднее к другим коронам. Такое ощущение было, как будто мы на концерт попали, у нее такой сразу хорошо поставленный голос, и все, значит, она начала рассказывать все, как будто бы у нее такая программа была расписана, значит, все четко, где о чем сказать, ни о чем не забыть. Те короны, которые у вас, вы видите слева, это уже мисс Украины плюс сайз, самая красивая фигура мира плюс сайз. Ну, то, что она человек, как говорится, на показ, это понятно. Все эти кубки, корона для нее – это смысл ее жизни. Мне показалось, что ее в детстве очень мало хвалили, потому что человек все время требует подтверждения от внешних людей. О, ты молодец, вот это да. Я думаю, что вам будет интересно надеть корону. Вот смотрите. The best shape of the world plus size. Конкурсы, про которые заявила Вика, я действительно слышу первый раз. Это какие-то местечковые конкурсы, про которые никто, кроме участниц, не знает. Готова? Она тяжелая. Легко. Вот. Собственно, вот приблизительно где-то так я выглядела, когда награждали. The best shape of the world plus size. И вот эту корону вручили мне в Сингапуре. Я благодарю вас всех. Благодарю. Я дала корону и ленточку, чтобы они хотя бы понимали, кто я в этой жизни, потому что все-таки я достигла стать самой красивой фигурой мира. На мировом конкурсе, когда я выполняла миссию, потом ездила по странам, меня учили вот так махать рукой. Что это означает? Да, ну, это королевская. Вот, королевская. Да, что? Да. Ага. Какие там еще есть лайфхаки? Хочется сразу зайти, значит, в понедельник на работу и сразу: девочки, добрый день. Что еще никогда нужно точно никогда нельзя знать? Сесть нога на ногу. Никогда. Вот так? Вообще. А, кроме того, никогда сама не открываешь себе двери. Всегда должен проходить кто-то, кто открывает перед тобой двери. То есть это туалет плохой... идем вдвоем? Тон. Да. Правильно кушать. А когда снимают камеры и так далее, я почти ничего не ем. Я должна взять несколько для уважения, немножечко отпить. А потом дома доедаешь, да? Да. Оксана нашла удобный случай подколоть Викторию. Ну, судя по фигуре Вики, если она не ест в гостях, то дома она явно ест намного больше, чем нужно. Мне было крайне неприятно, потому что, несмотря на то, что я плюс-сайз модель, я не ем много, чтобы у меня не было целлюлита, животика, у меня правильное питание. Девочки, я очень многогранная личность, и одна из моих наград – звание «Кращая жінка поліцейської України 2019 року». Я инспектор по вождению. Совмещать полицейскую, актрису и блогер одновременно, я считаю, что это невозможно. Это вот моя рабочая форма. Можно я примерю? Да, конечно. Оп! Оп! Та-дам! Это была моя мечта. Когда в Украине появились полицейские, меня остановила девушка-полицейский. Она была вот такая классная вообще, и мы даже сделали с ней селфи. И с того времени я хотела померить полицейскую форму. Злата, расповедай про себе. Я завоевала вот такую корону. Она мини-мисс Украины. Когда ты видишь, что тут еще и детские, значит, мини-мисс Украина, чувствуешь свою немощность возле этих корон. Все, все пропало. Где я, мои дети, господи, тут королевны. Златке, кстати, еще предстоит поехать на мировой конкурс. В той же номинации? Plus size? Нет, не в той же. Это было некрасиво делать такие замечания. Если у нее есть щечки, маленький животик, для 6-летнего ребенка является в норме.
Ну, малышка имеет лишний вес, значит, у нее мало очень физической активности. А еще она танцует. У нее есть медали, грамоты и награды. У меня целых 3 медали. Целых 3 медали. Злат, ну ты сказала, что ты танцуешь? Танцуй, танцуй, девочка, мы покажи. Сейчас вот, стоп, вот так. Чаще. Давай. И... Раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ну, малышка двигалась по-детски, достаточно неуклюже, и назвать это громко танцами пока еще рановато. Это первое, что тут? Дышание, ага. Это свое, она очень много импровизирует, она очень много старается. А вообще, конечно, классические танцы – это тоже наше. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это было просто восторг. Я радовалась со стороны, понимала, что Златочка умница. Мне кажется, что воспитывать ребенка нужно и хвалить, конечно же, но только за реальные результаты. Если хвалить за то, что у него не получается, то мы воспитываем в нем неадекватную самооценку. Зайка, молодец, браво, умничка. Якщо мама буде аж так перехвалювати дитину, коли вона виросте, то чекатиме похвали за кожний свій рух. На неї чекатимуть розчарування, адже інші люди будуть оцінювати її об'єктивно. В цих туфлях у мене вже ноги. Ти на каблуках? Да, ну, звісно, каблуки – це вредно, я тобі скажу по секрету. Да. Зайчка, іди садись, знімай туфлі. Маленьким дівчинкам краще каблуки взагалі не носити. У нас з Вікою просто розходяться взгляди. Для мене цінність – це здоров'я, для неї цінність – це картинка. Ну що, дівчинки, проходите на мою кухню. Кухня така була стерильна, як в больничці. Ну, таке відчуття, що на цій кухні навіть муха не ходила. Взагалі, ну, навіть не було моющого средства для посуди. Ну, мабуть, дівчинки вдома не готують. Проверимо холодильник. О, держи. Хорошо. Так, а... О, багато. У мене такий холодильник був, коли я жила одна. Там миш повісилась. У всех был шок. Но мы не часто дома. Живете в этом доме. Где еда? Зайчка. Так как мы блогеры, у нас приезжает часто свежая еда и свежая доставка. Все, еда из ресторана. Поэтому я не вижу смысла готовить или что-либо замораживать. Когда у тебя в доме маленький ребенок, ну, у тебя же должно быть там что-то для него. Точно не еда из ресторана. Что у нас тут еще? Слушай, ну бутерброд можно самой сделать. Это уже, знаешь, слишком покупать бутерброды и кормить еще ребенка этим. А с чего ты взяла, что бутерброды для ребенка? Давайте говорить правду. Оксана зашла ко мне в квартиру, как баба-яга с метлой. Для нее все не так, да все не это. Дома не готовишь. Злат, расскажи девочкам, а готовлю ли я дома и что я готовлю? Ну, бывает, что готовишь, ну, ты готовишь я лестницу, ну, и все. А сырники мои коронные? А яиц нету, творога нет. Кто-то из них врет, либо ребенок, либо мама. Виктория, у меня сложилось впечатление, что для нашей встречи ты приготовила совершенно другую квартиру, как будто сняла ее на один день, чтобы нам показать идеальную чистоту, идеально чистый холодильник. Она тут новая, только завезли. Девочки, я хочу вам открыть секрет. Вы у меня на новоселье. О, потому что я угадала. Я только купила квартиру. Сегодня помогали убирать клининговая компания. Как блогеру они пришли, помогали. Я не увидела, какая она хозяйка. Убирала клининговая компания. Продукты ей полностью привез ресторан. Мы привезли тебе подарки. Злата, ты любишь сладости? Я знаю, да. Что точно любишь, да? Да. Вот, я тебе привезла такие сладости. Финики. А натуральные ела? Нет. Давай я тебе их открою. Я сгущенку хочу. Хорошо. Хотя. Ты любишь сгущенку, Злат? Да. Часто кушаешь? Бывает. Я достану ей сгущенку, она просит. Моя ключевая тактика. Я не запрещаю. А вот, что там? Это тортик для вас, девочки. А можно я тоже поем? Ты хочешь Наполеон? А, да. Мои конфетки. Мои конфетки. И конфетки. И сгущенку. Видно, что нету правил в питании ребенка. Она как будто бы боится сказать Злате нет. И я смотрю, она такую
упаковочку сгущенки оприходовала. Она запивала конфеты сгущенкой. Ну, жалко ребенка. Зачем подсаживать на такое количество сахара? Сколько Злата весит? Ей 6 лет. Сколько ты весишь, ты знаешь? Вы не следите за ее весом? У нас дома нет весов. Вика вот так вот идеализирует Злату. И когда Злата пойдет в школу, где будут одноклассники, которые будут такие острые на язык, ребята, тыкнут ей на все ее недостатки, о которых не говорит мама. Она вообще крупная девочка. У нее очень большой рост. Но она не худенькая. Девчонка крепкая. Она очень рослая для своего возраста. При росте моей дочки ее масса в норме. Она может жить как угодно, да, но есть ребенок уже с проблемами лишнего веса. Но зачем ей такие же проблемы, как у мамы? Это было некрасиво делать такие замечания при присутствии ребенка. Моя задача была приостановить просто словарный понос, чтобы у моего ребенка не было никаких комплексов, связанных с ее внешностью. Дітей потрібно хвалити, і що більше, тим краще. Але похвала має базуватися на реальних досягненнях. Відмежовувати дитину від об'єктивної реальності, як це робить Віка, дуже шкідливо. Адже так Злата ризикує отримати сильний стрес, коли вона піде у доросле життя. Якщо ти будеш своїх дітей кормити кожен день, якщо вони хочуть сгущенки і Наполеоном, у меня вопрос к питанию очень большой. Такое создалось впечатление, то, что мой ребенок... А здесь больше ничего нет, дорогая, прости. Я просто пыталась достучаться до нее, показать, если есть ожирение, врачи прописывают диету. Это нормально. По ребенку видно, что все-таки у нее вес в избытке. Но Виктория это как-то в штыки восприняла. Златка, иди сюда, скажи. А что там пакет? Она Ну, это истерика. Потому что очень много сладкого однозначно приводит к возбуждению психики. Очевидно, Вика не снимет это в своем блоге уж точно. Златочка, посмотри, что я тебе приготовила. Ну, загляни. Красивый кулечек. У-у-у, Златка! Это новая сказка будет. Умеешь читать, Златка? Я не умею читать, поэтому мама будет читать. Мама будет читать, да. Знаешь буквы? Буквы наполовину. Ну давай, какая это буква? Это я не знаю. Она знает некоторые буквы, она знает некоторые звуки. А, да, ей 6 лет. Злата еще не ходит в школу, она пока что ходит в садик. Моя дочка в 4 года уже умела читать. Каждому свое. Я целенаправленно не напрягаю своего ребенка сейчас, давая ей детство, для того, чтобы в первом классе, когда она придет, она с охотой выучила все буквы. А как же в школу мы пойдем? У нее подготовка к школе. Злата, что вы делаете на подготовке к школе? На подготовке мы там учим, сколько будет 2 плюс 2. 2 плюс 2 будет 2 и 2. 1, 2, 3, 4, 5. Насколько она хочет иметь знания, настолько я ей и даю их. Человек мне рассказывал, что мои дети еще там чего-то не знают. 7 на 3. 16. Эти знания элементарны, а у тебя супер-пупер школа. Твои дети не соответствуют по образованию, заданному в твоей школе. Но когда я прихожу в ее квартиру, и ее ребенок ничего реально не знает, ну, это возмущает. Она учится в меру своего желания. Несмотря на то, что я круглая отличница, у меня 6 высших образований. Я заканчиваю докторантуру сейчас на кафедре физики. Понятно, почему они отказались от школы. Она столько озвучила профессий, дипломов. Но, скорее всего, у нее не хватает времени на то, чтобы заниматься с ребенком. Я не понимаю, как в 30 лет можно получить 6 высших качественных образований. Это чтобы получить одно образование. Это же надо 6 лет учиться и потом по 3 года на каждое последующее образование. Это вместе получается 21 год. Она что, в 9 лет поступила в институт? Девочки, как вы поняли, мы блогеры. И она блогер, и я. У меня сейчас есть для вас необычные блогерские угощения. Очень интересно. Работа блогера состоит из двух частей. Иногда мы делаем рекламу за финансы, а иногда мы делаем рекламу по бартеру.
Что означает по бартеру? Нам присылают бесплатно вкусную еду, красивые дизайнерские платья, косметику. Ну и мы с радостью со Златкой это рекламируем. Давайте сейчас вместе с вами проведем распаковку, как блогеру. Златка, ты поможешь нам поснимать? А я сгущенку, я не хочу снимать. Это очень удобно. Не надо заморачиваться, что-то готовить. Когда ты все время в блоге, в камерах, у тебя просто нет на это времени. Думаешь, это хорошо? Слушай, но я не ем еду, которую приготовили много часов назад, поэтому я, конечно, лучше поголодаю. Она холодная, из холодильника. А это не культурно и некрасиво по правилам этикета. Дома хочется поесть вместе домашнюю еду какую-то. Я не буду есть холодную. Мне было очень обидно и очень не по себе, когда человек, который у тебя в гостях, говорит: «Фу, это говно, я это не ем». Внутренне даже хотелось немного заплакать. Я так старалась, ведь шеф-повар ресторана так старался, а ты вот так реагируешь, так по-злому. У меня тогда есть к тебе просьба. Тогда поснимай нас, пожалуйста. А мы как раз делаем распаковку. Смотри, нажимаешь вот эту вот кнопочку. Я в курсе. И, в принципе, у меня тоже iPhone такой же, как у тебя. Супер! Это классно. Девчонки, да. Подожди, это все на камеру. Странная жизнь, когда ты все время живешь на показ, как бы все время с телефоном в руках. Если бы я этого не делала, то мне бы никогда бы не удалось накопить на квартиру, и мне бы никогда не удалось достичь тех высот, которые я имею. Сегодня в лайв-режиме мы делаем с вами, девчонки, распаковку. Нам прислали правильное питание на весь день. Все в эко-формате. Здесь фруктовый салат с фетой и малиновым соусом, сарго с овощами, грибной суп с блю-чиз. Ей нужно снять, как она распаковывает, потом еще и поесть и рассказать свои ощущения. В общем, ну, этот процесс просто исключает вообще ощущение удовольствия в процессе еды. Спасибо, что помогли мне снять серию блога. Злата ждала гостей и, конечно, хотела быть красивой, поэтому накрасила губки. В течение дня мы наблюдали, что малышка красила губы, но чаще, чем я уж точно. Она ходила с косметикой, то губы красила, то блеском, то помадой, то щечки свои постоянно пудрой. Она это делала постоянно. Вика, а скажи, пожалуйста, Злате 6 лет, угу. И у нее накрашены губы. Угу. В таком возрасте девочка красится. Я понимаю, что ты блогер, но все-таки это ребенок. Первое. Не забываем о том, что Злата – лицо уже многих торговых марок и брендов. Получается так, что когда она на съемках, ее хочешь не хочешь красят, и она к этому привыкла. Плюс, я хочу сказать по секрету, она вместе со мной проходила курсы мейкапа. У нее есть своя косметика, у нее есть свои кисточки. Ну, да, я могу накрасить, и что? О, ты можешь накрасить меня сама? Да. Слушай, я хочу. Ну, давай. Давай, договорились, присаживай. Ее ребенок не умеет читать, зато она умеет вести блог и краситься. У них другие приоритеты. У Вики, а відповідно і у Злати, явний перегин у зовнішність та блогінг. Є купа іншого, чим потрібно займатися дівчаткам Златиного віку. Вчити вірші, грати з друзями, займатися спортом тощо. Але я усього цього, на жаль, не побачив. Для шестирічної дівчинки користування косметикою має бути грою, а не щоденною нормою. Мамі терміново потрібно збалансувати виховання своєї дитини. Ми поки посмотрим твій гардероб. Пойдемо, покажу. Вот, это наша спальня. Заходи. Это отсек Златы. Мне очень важно всегда, когда мы куда-то выходим, чтобы мы были в одном цвете, в одном фасоне. Вот платья. Они у нас одинаковые абсолютно. Наверное, берете самый маленький размер? Да, это XS, и оно ей по колено, а у меня XL. Вот таким образом мы одеваемся. А вон, смотри, еще есть коричневенькие. Вот, у меня XL, ее размера S. Меня удивило, что 6-летняя девочка носит одежду взрослую. Это уже размеры XS, S. Моя дочка до 12 лет носила только детскую одежду. А тим часом Олена з Оксаною залишилися наодинці з маленькою Златою. Що розповість дівчинка без маминих підказок? Ти зараз будеш мені красити? Вибирай яку. Жовтеньким, я від жовтеньким. Як мені сидіти? Як хочеш. А давно ти почала краситися, Злата? 4 роки я вже 4 годика почала. Нічого собі. Злата, кстати, у меня есть для тебя такой подарок.
Какой? Это вот такая вот книга с тестами. А ты знаешь, у меня тут такая была уже похожая. О, так ты, значит, здесь все знаешь уже. Это точно. Здесь написано для детей, которым 6 лет. Да. Здесь я хочу с тобой решить задание. Я тебе сейчас буду проверять на то, какая ты умная, а не только красивая. А что это? Это соль. Это соль. Она расчиняется в воде? Не расчиняется в воде, на твою думку. В каком возрасте 6-летнем не знать, что соль растворяется в воде, немного странно. Ну, потому что дома никто не готовит, откуда мы знаем. Угу, зрозуміло. Я нашла написать буквы, нам нужно. Пожалуйста, написать цифры від 1 до 4. Нужно сделать это. Ну. То есть ты не хочешь, да? Нет, давай попозже, я тебя сейчас накрашу. Хочешь накрасить, да? Готова ли она к первому классу? Ну нет. А вот краситься, позировать, это, конечно, Злата, как рыба в воде. Ты считаешь, что женщина должна краситься по-любому, да? Ну, иногда, например, на свидание. Угу. Или... Ты на свидание ходишь? Ну, было. Уже ходила на свидание? Да. Интересно. А с кем? Ну, с мальчиком Данилом. Угу. Зайчик. Скажи, а на свидание с кем ходит мама? Ну, всякими там мальчиками. А что они там делают на свидание? На свидание там едят пиццу или всякие штучки. А ты откуда знаешь? Потому что я постоянно хожу на свидание. Ты с мамой ходишь? Да. Она ходит на свидание с мамой. Это действительно как-то странно выглядит. И мне показалось, что что-то в этом нездоровое есть. Таким маленьким дітям не варто ходити з мамою на побачення, тим паче з тими чоловіками, яких мама бачить вперше і цілком, можливо, востаннє в своєму житті. Дітям взагалі не потрібно акцентувати увагу на тому, що мама намагається побудувати романтичні стосунки. Для дітей її кавалери мають бути просто друзями. А знайомити зі своїм партнером варто лише тоді, коли ви впевнені, що це серйозно і надовго. Скажи, будь ласка, ти бачишся зі своїм папою? Ну, я спросила, тому що я хотіла услышати, як ребенок видит отсутствие отца. Ну, бывает, что вижу, но мама сейчас не хочет, чтобы я виделась с папой. Ну, как-то это грустновато. Я так давно заскучилась за папой. Ты любишь его? Да. Он хороший, правда? Да. Ну, расскажи. Он добрый, он хороший. Черными волосами, как и я. А больше всего он любит, знаете, что есть? Что? Так же, как и я, банан. Злата хочет быть с папой, и то, что Вика ему это не разрешает, ну, для меня это вообще шок. А почему мама не хочет, чтобы ты виделась с папой? Папа постоянно говорит правильно. То, что нельзя иногда так много сидеть за телефоном. То, что нельзя краситься, ну, надо есть правильную еду там. То есть папа хочет, чтобы ты кушала правильно, не красилась и мало сидела в телефоне, да? Да. Он заботится о тебе так, да? Да. И, кстати, у папы там веселее, знаете что? Там собачки веселятся, а у меня две. Это Шанель, она уже выросла. Кстати, у нее появились малыши. Класс. Нормальный 6-летний ребенок хочет поиграть с собакой, потусить на свежем воздухе с подружками, а не ходить там по красным дорожкам или все время сидеть в телефоне. Мама не хочет, чтобы ты виделась с папой. Я даже ей показывала на своем телефоне, что я поставила фотку с папой. Ты поставила на телефон заставку? Да. С папой? Да. Ты знаешь, у меня тоже, когда мама с папой развелись, я взяла папину фотографию и приколола себе булавочкой к телу. Я, как девочка, выросшая без папы, сопереживала Злате. Поставила фотку и... Мама, я хочу к папе, она говорит, не дай бог. Ты... А че ты такая запуганная? Так просто, ей что-то в глаз попало.
я расплакалась, потому что в моей семье была беда с отцом, и мама очень сильно страдала. Любые разговоры о том, что отец не такой, для меня все. Ну, короче, я не знаю. Папа, отсутствие папы для ребенка, это так больно. Это просто ужас. Как же вы ходите на свидание к другим дяде, а к папе ты не ходишь? Ты маме говорила это? Я за папой соскучилась. Я ведь с мамой постоянно, а с папой иногда. Ну да, так нечестно. Мама і тато – це дві рівноцінно важливі й незамінні для дитини людини. І коли мама починає сварити батька і забороняти з ним бачитись, дитині стає дуже важко і боляче. Як той, кого вона так сильно любить, може бути настільки поганим? Тоді у дитини закладається недовіра до інших людей і до світу в цілому. Бо якщо не можна вірити власним почуттям, то як вірити іншим? Устаю, кстати, на съемках. Устаешь на съемках, а ты много снимаешься? Ну, я постоянно много снимаюсь, и я тогда устаю. А когда мама на съемках, ты где? У бабушки. А бывает, что я даже дома остаюсь сама. Сама дома? Да, грустно там. Тяжело. А ты дома одна остаешься, как, тебе не страшно? Бывает, что страшно. Но ребенок должен прожить свою детскую жизнь. И это не детская жизнь. А ты хочешь, мы можем поговорить с мамой, чтобы ты виделась с папой? Хочу, но я думаю, она меня наругает. Наругает? За это. Да. Как? Почему? У ребенка должен быть отец, она его любит. А то, что там у Вики с ним не сложилось, так это Викины проблемы, причем тут ребенок. А Віка вже готова показати, чим вона компенсує Златі брак спілкування з рідним батьком. Это территория, которую мы сделали специально как для ребенка. У нас нету здесь еще, не пришли Златкины игрушки. У них действительно очень много, потому что нету шкафчиков, которые нам не доделали в срок по дизайнерскому проекту. А вот там вот у нас будет летний сад, красивая локация для съемок. Вот с этой стороны меньшего там вот, да, у нас находится кровать. Малышка начала бегать по кругу, всех дергать, но я понимаю причину этого. Не может быть такого, чтобы она была спокойна с таким количеством сладкого и с таким количеством видеоблогов и всего. Ну, она же перегружается. А вот с этой стороны у нас шкаф. А вот. Злата всегда хочет быть в центре внимания. Это такое ее мама воспитала. Она, скорее всего, привыкла к этому и требовала внимания не только от мамы, но и от всех окружающих. Ребенок радовался, танцевал, бесился. Ну и в конце концов, давайте не забывать, мы были в ее детской комнате, поэтому, конечно же, это то пространство, где ребенок может себя проявлять как ребенок на все 100%. Что естественно, то не безобразно. Вика, когда у тебя ведь будет парень, и будет мужчина, и вы будете жить вместе. Mm-hmm. Вот. И как тогда будет? То есть из взрослой спальни будет видно детскую. Почему мужчина должен приезжать ко мне в мою квартиру? То есть ты планируешь к нему переехать? Конечно. Я однозначно понимаю о том, что мне нужен мужчина, который будет опорой, да, опорой семьи. Зайка, китюнечка. Я видела, что Вика нервничает по поводу этого, чтобы Злата себя хорошо вела, это считывалось так. Но я не видела, как Вика справляется с ее выбросом эмоций. По чести сегодняшнего моего новоселья я бы хотела бы вас пригласить со Златой на торжественный ужин, да, Злата? Идемте. Я твоя Ина. Девчоночки, проходите, пожалуйста. Что это такое за еда такая интересная? Это ты готовила? Нет, это только что нам доставил шеф ресторана. И вот он приготовил такие вечерние салатики вместе с лососем и апельсином. Я не хочу кушать, я не ем салаты. Ты не ешь апельсинку салаты, да? Покушаешь? Апельсинку? Нет. Она не хочет салата, она его не любит. А ты торт будешь? Да. Да.
Целый день только ела сгущенку. Конечно. А предлагаешь ей торт ты. Целенаправленно провоцируя ребенка. Нет. На данный момент я ей торт не предлагала. Я тоже умная, грамотная мать. Хорошо, супчики, борщики ты кушаешь? Подсказка мамы. Можно мама помолчит? А можно ты не будешь мне затыкать рот перед моим ребенком? Но мы слушаем ребенка. Ей 6 лет. Слушаем. Ты считаешь корректным при ребенке говорить, можно мама помолчит? Я уже слышу, ты затыкаешь всем рот очень хорошо. Вика просто понимает, что поведение Златы снимает розовые очки с наших глаз. Поэтому она начала выкручиваться и забирать у Златы все ответы на себя и брать все наши пули на себя. Если честно, девчонки, я все-таки бизнес формата мама, потому что я обеспечиваю ребенка сама. А если вспомнить мой 6-летний опыт тому назад, своему супругу я готовила 7 блюд на выбор, причем при каждом приеме пищи. Вот эти опять фантастические цифры какие-то, вылет это в глаза, я по 6 блюд готовила. Ну да, уже Вика же если готовит, так уже пир на весь мир, надо же закатать как парад на 1 мая. Еще сейчас танки выйдут. Поэтому готовлю я вкусно, готовлю я хорошо, но просто есть акцентация внимания. У меня на первом месте ребенок, на втором месте у меня любимая работа. Если на первом месте ребенок, то мама готовит ребенку еду. Ну, так, по чесноку, да? Вот. Мой ребенок имеет здоровое питание. Я за здоровое питание. Мы поняли, конечно. А ты вообще не понимаешь это. Знаете, припудренный красивый. Вика, сегодня Златочка яркой помадой неоднократно подкрашивалась. Может быть, рано? Скажем так, я лично не оппозиционирую ей, что, дорогая, ты должна краситься. Но если ей говорить нет, ребенок будет пытаться это пробовать, а будет это делать чаще. Вик, а но ты не говоришь редко. Совсем нет. И как ребенок будет во взрослой жизни это воспринимать? Это ведь стресс определенный. Зелечка, мама говорит, иногда этом... нет. Да. А ты слушаешь маму после того, как она говорит стоп? Конечно. И бывает, что нет. Мне просто нравится, когда я крашусь. Но если ребенку об этом не напоминать, ее занимать какими-то другими вещами, она будет играть, развиваться со мной. Она... Я буду накрашу, хорошо, мам. Вот. Ну иди отдохни. Я прекрасно понимаю, что в данной ситуации... Видишь, Олесенька, ты напомнила о том, что надо накраситься. Юная леди побежала. Меня просто потрясло. Она рассказала, что... Боже, до сих пор горе. Что мама не разрешает ей видеться с папой. Говорила, что папа обо мне заботится. Она, ну, просто это ребенок. Она говорит, папа говорит, что я очень много сижу в телефоне, что мне не нужно краситься, что мне не нужно так много есть сладкого. Давай я тогда расскажу вот такую очень коротко нашу вообще предысторию. Несмотря на то, что я была вице-мисс Украины, я выбрала простого парня. То есть я очень много сделала, открыла на тот момент для него фирму. Ты здесь уже была кем-то, а он как бы к тебе прилепился, приклеился. Ну, он жил у меня. Да. Потому что мне казалось, что не в деньгах счастье. Но так получилось, что после свадьбы произошла очень странная ситуация. И у нас произошла такая ситуация. Может, воды? Не, нормально. Через полтора месяца, когда... Дорогой, у нас будет ребенок. Я никогда не забуду, когда мне пришлось всю ночь сидеть на подоконнике, потому что он просто отвернулся об стенку. Вот, а следующее утро меня ждал стакан воды и таблетка. То есть хотел медикаментозный аборт? И я сказала, выкинула таблетку через окно. Так разошелся наш брак. То есть я осознанно приняла на тот момент решение быть мамой самой. Что-то Вика здесь не договаривает. Не бывает таких прям историй, что вот, ой, он мне поставил таблеточку и сказал пей. Либо он ее изначально предупреждал, что он не хотел ребенка, либо она вообще врет, чему я тоже не удивлюсь. Вика, а как получилось так, что изначально он не хотел ребенка, а потом он настолько стал дорожить ребенком? Ты сказала о том, что я не даю ему видеться. Угу.
Я вынуждена сказать о том, что у нас так получилось, что я еду в Норвегию. Зная это, мой бывший муж вел, и он не отдавал ребенка 20 дней. 20 дней у меня была борьба с полицией, 4 заявления. И мне таки пришлось человеку заплатить, чтобы он подписал мне бумагу и отдал ребенка. Разрешение в Норвегию стоило мне $200. Как бы ты ему за это даешь деньги, чтобы он ее вернул? Да. После этих событий я хочу как-то ограничить себя от вот этого финансового давления. Я хочу перестать давать ему взятки за роспись в документе. Я хочу перестать давать ему взятки, чтобы он привез ребенка. Ее история мне не вызывает доверия 100%. Я думаю, что ее муж не настолько тиран, а не настолько неадекватный, как она пыталась нам это преподнести. И у него явно есть какие-то причины, почему он не отпускал малую. Потому что его просьбы к ребенку были достаточно адекватны. Честно, я хочу, чтобы она была счастливой. Чтобы она была счастливее, чем я в женском плане. Ты хорошая актриса, но сейчас ты переигрываешь. Спасибо за комплимент. Я не переигрываю. Я не верю Вике, она актриса. Девочки, давайте будем заканчивать. Я желаю, чтобы вас заметил и нашел такой классный мужчина, который готов взять под свое командование эту команду блогеров. Он обязательно найдется, он обязательно будет. Мамам, у которых есть папы, которые за папами, как за каменной стеной, не понять вообще человека, который растит ребенка сама и которая искренне счастлива и пытается быть еще счастливее. А чи зрозуміє Віку Дмитро Карпачов? Слухайте, навіщо вам участь у проекті? Хотелось показать всем мамам Украины о том, что можно быть мамой самой, принять это решение осознанно и воспитывать при этом потрясающую дочку Лялечку. А батько вашої дитини, наскільки я розумію, він записаний в документах батьком. Да, я записала его папой, и это сейчас очень большой момент для манипуляции мной. Потому что я занимаюсь карьерой, зарабатываю. И для него это манипуляция в финансовом плане. Сейчас у нас произошли очень странные обстоятельства. Он украл дочку, и 20 дней я не могла ее забрать. И мы сделали обмен финансовый, да. И вернул он ее. Просто вот я довольно чистоплотный человек. И ребенок вот имеет специфический запах. И я говорю: «Златка, а когда ты мылась?» Она говорит: «Вчера только». «И что, больше не мылись?» Она говорит: «Нет, не мылись». По всей видимости, эти 20 дней ребенок находился в условиях... Ви зараз говорите про те, що ваш колишній чоловік, батько Злати, з нею погано поводиться. Чи є свідоцтво Злати про те, що вона була незадоволена тим, як до неї ставився батько під час цих 20 днів? Да, звісно, медицинське обслідування. Після цього ми пройшли, тому що, во-первых... Ви мене чуєте? Свідоцтво Злати? Так. Чи вона підтвердила, чи вона прибігла і сказала: «Мама, він зі мною так погано поводився?» Смотрите, вона його любить. У неї відкрита душа, позитивне серце. Вона любить мужчину, який по суті вообще... Простите, я поговорила, пока не буду. Я вам співчуваю, але в мене є певний досвід спілкування з родинами, де все виглядає не так однозначно, як говорить одна сторона. Але для того, аби мати об'єктивний погляд на те, що відбувається, треба почути різні сторони. Дім, мені дуже жалко, що ви не познайомилися з Златою, тому що вона б вам би багато чого показала і розказала б, і, собственно... Зараз я більш жалкую про те, що я не зміг поспілкуватися з батьком Злати, аби почути іншу сторону конфлікту, про який ви говорите. Я відчуваю, що ви непогана людина, але ви мені здаєтесь не дуже щирою. Принаймні зі мною зараз. Ні. Так, та поведінка, яку ви зараз демонструєте, вона свідчить про ваше бажання бути ідеальною.
Комплекс отличницы у меня есть, конечно. Так. Его не заберешь. Дипломы красные. А ви розумієте, що людина з комплексом відмінника – це людина нещаслива? Звісно, виглядає це все супер. Дипломи, посмішка – все ідеально. Але… Дім, ви мене спросите, щаслива ли я? Та я знаю, що ні. Чому ні? Тому що ви дуже багато намагаєтеся виглядати щасливим. Людина, яка щаслива, вона цим не хвалиться. Дім, от ваш вердикт, він доволі поверхностний. Ви розумієте, що я б, можливо, хотів би вам щось порадити, але я впевнений, що ви мене не почуєте. Ви вважаєте, що ви робите все ідеально. Бажаю вам почати помічати інший погляд, інші думки. І дуже хочу, щоб ви це почали робити з погляду та думок вашої доньки. Бо зараз вона копія вас не тому, що це був її вибір, а тому, що в неї не було з чого вибирати. Я сподіваюся, що ви замість того, аби бути ідеальною, почнете бути справжньою. От хто Діма? Він же не був рядом, він же не живе зі мною, він же не знає, як ми виховуємо. Это его личное мнение. Я не согласна. Меня конкретно человек на встрече некорректно, извините за выражение, женщина, которая имеет 6 высших образований, это для меня был какой-то кошмар. А чи не обурять Віку оцінки, які їй виставили суперниці? Я поставлю Вике за самореализацию 5. Она зарабатывает деньги, но вот эти все дипломы, короны, награды. Это все какая-то ширма, за которой ничего нет. В Викиной квартире нет реальности. В Викиной квартире есть созданный какой-то образ, где идеальная чистота, потому что там никто не готовит. Она не кормит ребенка нормальной едой. Там нет хозяйства, там бутафория. Я ставлю 0. За воспитание ребенка я ставлю Виктории 5 баллов. В возрасте 6 лет ребенок не умеет читать. Не вміє читати. У наступному випуску вперше за історією проєкту гостей зустрінуть Олеся та її мама. Бо так і живемо вместе, трьома поколіннями. Любимо друг друга і уважаємо. Але чому ж тоді 13-річна Ліза... Хочу знімати квартиру з подружками. Мріє втекти. А хто рішає в итогі все одно? Бабушка. Бабушка – символ закону і порядку. Ви б хотіли, аби ваша донька 37 років жила так, як зараз живете ви. Та чому на фіналі троє об'єднаються проти однієї? Я би хотіла пересмотреть повністю свої оцінки відносно тебе і поставити нулі. Віка, ти обманюєш нас. Ти врунішка, вплоть до аферістки. Ти повний нуль. Це проект «Супермама». Тут перед вашими очима відбудеться запекла боротьба 4 матусь з кардинально різними підходами до виховання дітей. Цього тижня змагаються космічна матуся Оксана. Я заряджаюся від енергії сонця. Яка ростить синів у гармонії з енергіями Всесвіту. Давайте помедитуємо. Мама генералісимус Олена, яка розробила авторську систему покарань. В прошлом году був рекорд 480 присідань в 3 підходи. Мама держслужбовиць Олеся, яка перемогла у безлічі конкурсів. Я забрала всю колекцію наград, які були можливі. І виховує хист до перемоги в доньки-підлітка. Ні одна мама не може похвастатися таким кількістю наград у дочері, а також совмісних наград. Та всебічно обдарована матуся Віка. У мене цілих 6 образувань. Яка ростить маленьку копію себе. Ходимо в похожих платьях. У нас там завжди однакові ободочки. Вона перещеголяє мене во всьому.
Матусі вже побували у космічної мами Оксани, яка виховує дітей поза системою та навіть заснувала для них власну школу. Коли прийшло час старшого віддавати школу, я поняла, що я не знаходжу школу, яка б йому підходила. А ви вже вчили табличку множення? Так. Да. 7 на 3. 16. Ні. Эти знания элементарны. Також мам-контроль оцінив суворі методи виховання Олени. Если ты грубишь, ты отправляешься в подвал. Ну, реально, это шокирующе и жестоко. Как долго вы здесь можете сидеть? Ну, пока не умрем с голоду. А ще матусі дізналися, які принципи виховує всебічно обдарована Віка у своєї шестирічної доньки. Вона вместе со мною проходила курси мейкапу. Умієш читати, Злат? Я не вмію читати, поэтому мама буде. Наскільки вона хоче мати знання, настільки я їй і даю їх. Її ребенок не вміє читати, зато вона вміє вести блог і краситься. А потім усі вони зустрінуться на фіналі та з'ясують, хто з них супермама. Ти просто дівчинка без криші. Ти врунішка, плодоаферістки. Але спершу гостей має прийняти Олеся. Матуся – держслужбовець із активним культурним життям. Мене звати Тарасенко Олеся. Я взагалі-то думала, що мені 18. А мне-то уже 37 лет. Я в разводе со своим бывшим мужем и воспитываю свою дочку Лизоньку. Ей полных 13 лет вместе со своей мамой Ольгой Петровной. Ей 59. Я вас люблю и горжусь. Вот так и живем мы вместе с женским коллективом, тремя поколениями. Любим друг друга и уважаем. Лиза, спинку ровни. Я вложила в свою малышку очень много труда и усилий, чтобы сейчас получать яркие результаты. Мне кажется, эта техника Эбро называется. Нет, Эбро – это на воде, это я не помню, как называется. Я работаю в Государственном центре занятости. Вне основной работы я активно участвую в светской жизни, я участвую в конкурсах, медийных проектах, сама организовываю выставки, мероприятия, фэшн-показы, конкурсы. Я собрала всю коллекцию наград, которые были возможны, и 3 года входила в 20-ку лучших лидеров Украины. Я супермама, потому что ни одна мама не может похвастаться таким количеством наград у дочери, а также совместных наград. И мне кажется, что у меня счастливый ребенок, и я этим горжусь. Лиза, у тебя замечательная мама, супермама. Я ее такую воспитала. Нагадаємо, на першу зустріч Олесю прийшла підтримати її мама – Ольга Петрівна. Я давно королева мать. Да, неожиданно. Чи влаштує королева мати королівський прийом для Оксани та Олени, які вже на місці? Страшно, Петровна нас там чекає. Зараз вона нам спуску не дасть. Ну, значит так, ты садишься сюда, ты сюда, тапочки здесь, здесь. Очень сильно боялись с Леной, что бабушка нас задавит своим авторитетом. Она не даст нам провести ревизию, потому что бабушка все-таки наш горой за свое гнездо. Сейчас, сейчас. Олеся, привет! 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 Здравствуйте! У нас женское царство, поэтому звонок не работает. Я пыталась батарейку менять, но не получилось. В женском царстве звонок не работает. Блин, ну не работает у нас звонок. Вбивать гвозди, ремонтировать проводку – это же не женское дело. Я очень переживала вместе со своей дочерью, потому что ко мне приходят подруги, но они творческие натуры, они не лезут мне в баночки проверять, что там у меня. Я Лена. Лиза. Оксана. Розовые волосы у подростка – это поиск себя. Похоже на ребенка-бунтаря. Ольга Петровна, где она? Она готовит сюрприз. Сюрприз? О-о-о. Да, пока секрет. Нам повезло, поэтому я надеюсь, что сегодня Олеся вскроется.
Девчонки, а вы сами еще Виктория где-то? Вика не берет трубку. Я очень не люблю таких людей, которые договариваются на время, а потом опаздывают. Кроме этого, Вика еще и не отвечает. Честно, я даже обрадовалась, когда пришли только Оксана и Лена, потому что они нормальные люди. А Вика – это выскочка, которая всегда к всему придирается. Это моя комната. Каждая вещь – это определенная память. Вещей очень много. И создается впечатление, что как будто квартира захламлена. Как в общежитии. А эта комната не взрослого человека. Это комната подростка. Когда тебе хочется выставить все свои награды, развесить платьица. Море кубков, дипломов. Мама с детства говорила, что я лучшая. Я действительно из тех людей, которые каждый год должны быть лучше, быстрее. Конечно, хотелось, чтобы мама не готовила в это время сюрприз, а пришла и меня похвалила. Ты же работаешь на госслужбе, а как это все связано? Это мое хобби. Когда заканчивается основная работа, я быстро-быстро бегу, чтобы окунуться вот это все. Девчонок очень увлекло то, что у меня огромное количество дипломов, статуэток, подарков. А что тут у тебя самое ценное? Это все ценное. Я стала лауреатом премии «Мама года». Медаль за разбудову Украины. Диплом «Успішні жінки України». Вот найкраща українка в професії. Обалдеть. Что-то я не слышала ни про такие конкурсы, ни такие названия. Для меня это новое что-то. Где она все это находит, я вообще не понимаю. И у меня тоже есть короны. За конкурсы, которые связаны с самыми лучшими мамами. То есть талантливая мама талантливых деток. Вот у меня пока 4 короны. Я просто человек, который против конкурсов, ну вот в плане там, знаешь, там красоты, еще чего-то. Я знаю, как они делаются. Не будем говорить никому, как они делаются. Здесь подяки, грамоты. Вот это да. Когда мы подводили итоги прошлого года, знаешь, там, ну все на Фейсбуке, да, Оксана, да, ты же знаешь, то есть все там пишут вот да, какие-то там главные достижения. Я взяла блокнот и начала писать. Итоги. Я участвовала там как модель, я в жюри, я организовывала проекты, статью написала в журнале, вошла в топ-100 видатних жінок Київщини. Я організовувала проект топ-100 видатних чоловіків Київщини. Награда бізнес-вумен. А много розказувала о хобби. То есть получается, что она до конца не реализуется в том, что ей нравится, потому что она уделяет еще огромную часть своей жизни этой госслужбе. Она об этом не рассказывала ничего. И в итоге, так из таких более-менее крупных оказалось 62 пункта, которыми я могу гордиться. Мне стало немного жаль Лесю. Это ж насколько Олеся себя держит в таких ежовых рукавицах, что ей нужно было написать в заслуги, чтобы сказать себе, что она много значит. Умная, красивая женщина. Но она не уверена в себе. Тебя это стимульнуло? То есть повысилось собственное ощущение за счет этого блокнота, да? Да, я поняла, что год прошел не зря. Таке враження, наче Олеся ще не сформована особистість. Вона ніби шукає себе і постійно хоче комусь довести, що вона чогось варта. Зазвичай в такому віці люди вже чітко розуміють, що їм подобається і чим вони хочуть займатися. Ліс, так може ти щось принесеш? Так, зараз я вам принесу кое-что. Себя було дуже тяжело хвалити, тому я вирішила переключитися на дочку. Я рисую з 3 років. Это моя первая выставка персональная, вот, Рудика Елизавета, выставка малюнки. Я раньше занималась это прям углубленно, сидела там с 5 вечера до уже упора, постоянно рисовала. Я рисовала вот эти вот выставки, которые стоят на Софьевской площади. Да? Вот, да. Прекрасно, вообще отлично. Ее заметили на этих всех конкурсах и
ректор Академии Сальвадора Дали пригласил обучаться. Я с гордостью делилась с девчонками ее достижениями, и это не только живопись. Принимает участие в конкурсах, она модель, ведущая, блогер, журналист, олимпиада с математики, шахматы. Краще тележурналист року. Это за 13 лет. Трындец. Девочки, очень много занятий, но эти занятия между собой, в принципе, не особо связаны. Блогинг, ведущая, бассейн, живопись. Если ребенок занимается всем, то фактически он занимается ничем. Такая расфокусировка. Лиса, а как ты успеваешь? И школа, и занятия, хобби. После первого класса у меня вообще не было свободного времени. Первый месяц у меня было с 8 до 9 бассейн, с 9 до 12 пленэр, с 12 до часу батика, и с часу до 3 рисований. И там с 3 я уже оставалась дальше, рисовала по несколько картин. Ходила потом я еще на танцы уже во 2-м, 3-м, 4-м классе, на петриковскую роспись, училась в телешколе. Я шокирована. У ребенка нет простых вещей, от которых дети кайфуют. Она у меня занимается тем, у нее весь день был расписан. Пусть ребенок пробует, это как не только как бы в занятиях, а как бы еще в поиске будущей профессии. Батьки помиляються, коли вважають, що чим більше гуртків, тим більше шансів, що дитина зрозуміє, чим вона хоче займатися. Це працює навпаки. Дитина перенавантажується, виснажується, і в неї формується відраза до занять і роботи взагалі. У підлітка має бути вільний час. Тільки так дитина може зрозуміти, що її цікавить і чим вона хоче займатися. А що, дівчинки, у вас там в углу? Я бачу, що то стоїть. Це мої костилі. Це те, що я в школі поламала ногу. Очень тяжело, потому что было 4 перелома, мы делали операцию. Сейчас у меня в ноге 3 пластины, 25 шурупов. Как так получилось, что в школе это произошло? Ну, просто была перемена, и произошел конфликт между мной и мальчиком. И он взял за ногу, я на другой не устояла, вот как-то так и неправильно упала, и все, крики, боль. Этот мальчик, он не извинился. А что родители этого мальчика? Может быть, родители оплатили операцию для начала? Нет, родители даже не извинились, то есть они не посчитали, что как бы они виноваты. Ну, я тоже не считаю, что это полностью на нем лежит вина, потому что я же тоже, я могла не отреагировать как-то. А как ты не отреагируешь, когда у тебя сломанная нога? Я могла не отреагировать на его конфликт. То есть он, к примеру, он ее толкает, она могла бы там не отбиваться. Подождите, а откуда у вас такая позиция? Знаешь, откуда? Это мы общались просто с батюшкой, с православным, но вот наша православная религия, она вот именно сводит терпеть. Поэтому это оттуда. Ну, блин, люди, это же ваш ребенок. Получается, эта ситуация учит Лизу тому, что как оловянному солдатику все стерпеть и пойти дальше, да, себя никак не защитить. Не уверена, что это правильно. В этой ситуации я бы добивалась справедливости. Слушай, ну я как владелица школы понимаю, что это вообще ЧПшное такое, да? Как так получилось, что в школе это произошло? Это буллинг или это случайность, или это единоразовый такой? Смотри, я думаю, что это не единоразово. Дети, к сожалению, жестоки. Дети завидуют чужим успехам еще больше, чем взрослые. А моя дочка талантливая, и это не скроешь. Ей приходилось очень тяжело, и действительно у нее было очень мало друзей. Олеся рассказала эту историю только со своей стороны. Я как директор школы знаю, что всегда нужно выслушать две стороны и выяснить две точки зрения, чтобы понять общую картину, так как людям свойственно себя выгораживать. Возможно, Лиза как-то себя вела некорректно, возможно, были какие-то конфликты с ее стороны. То есть мы не знаем все ситуации, и поэтому не все так однозначно. О, кто-то стучится, может, это Вика может, пришла? Может, и Вика, наконец-то. Я пойду открою. Не прошло и 200 лет. Привет, привет, моя хорошая. Все мамы, все заняты, но никто из нас не позволяет себе так опаздывать, тем более не предупреждая. Были семейные дела?
Но самое главное, что я к тебе пришла. Я задержалась с большим опозданием, потому что мой ребенок для меня очень важен. А девочки ревизию уже проводили? Тебя ждали. Все, я поняла. Значит, тогда я не зря с перчатками я пришла. Я поняла, что ты за мной идешь. Конечно. А вот с твоими наградами, с твоими успехами, как твои одноклассники к этому относятся? Ты там звезда? Они их просто не знают. Не знают. Я не рассказываю, потому что это больше маме нравится вот это вот все, когда у него очень много статуэток. Ну так, неожиданно для меня было, потому что сначала было казалось, что Лизе это все прям это ее жизнь. А оказалось, что нет, это не ее жизнь, это мамина жизнь. Ну, очень часто родители самореализуются через детей. Мама же все в детстве решала. А тебе не нравилось, ты ходила на мероприятия? Да, она все, что мама скажет, потому что мама так сказала. То есть не было времени ни погулять, ни пообщаться, ни просто посидеть одной, там, подумать, получить уроки. После перелома у меня стало больше времени на себя, потому что уже если я не хочу, она же меня не потащит уже на руках, там, или я не знаю. А кто его знает, может, и на руках потащит? Я уже ее выше ростом. Ага. Такое. Тут уже приходится договариваться, когда дети вырастают. Мама шла себе на эти мероприятия, а ты что в это время делала? Подсела постоянно фильмы какие-то интересные, сериалы смотрела, с друзьями играла, красилась. Ты просто жила детской жизнью, ну, подростковой жизнью, которой ты бы хотела жить, да? Лиза испытала те радости простые, домашние, которых она не чувствовала до этого времени. Она не хочет этих шоу, корон и наград. Они хотят, чтобы я была там блогером, ведущей, а я сейчас пока остановилась на мысли, что я хочу быть ресторатором. Зверніть увагу, якою роботою хоче займатися дитина. Не творча, не занадто інтелектуальна. Там не потрібно бути гарною і виступати перед людьми. Можливо, дівчинка згодна працювати на такій роботі, бо це єдина для неї можливість почати нове самостійне життя без мами та бабусі. Мама, вкладаючи у доньку, розраховувала зовсім на інше. І це перші плоди надмірного тиску на дитину. Хочу знімати квартиру з подружками. Вот так, в планах, в ідеалі. Так, після школи? Абсолютно реалізуємо плани. То жить віддільно ти мамі говорила, що ти хочеш? Озвучувала, але вона поки лояльно відноситься до цього. А бабушка тебе відпускає? Бабушка более строго относится ко мне, она там не все разрешает. А кто решает в итоге все равно? Бабушка. Бабушка управляющая в этом доме. Бабушка символ закона и порядка. Мама может и разрешить, и друзья прийти, бабушка так. И поэтому не всегда получается. Лизе отделяться от бабушки и мамы будет очень больно. Будет больно не Лизе. Будет больно маме и бабушке. Эти акулы просто так не отпустят. Мне казалось, что это офигенно реализованная женщина. Придя к ней домой, я ожидала о том, что это прям роскошная квартира. А это что-то больше похожее на хрущевку. Скажи мне, пожалуйста, а что это за ручки у тебя? Весь потолок в червяках, жуках и моли и пауках. Вообще не знаю. Мы не часто здесь находимся. Зато у меня вытяжка чистая, плита чистая, духовка. У нас готовит мама. Я не люблю готовить, потому что я люблю заниматься чем-то другим. Лучше я на конкурс схожу. Ну, знаете, поведение, я дура, с мене ничего не взяты. Тем более, я думала, что там есть мама, которая помогает в уборке в том числе. Все-таки три женщины. Верема, тихонечко, нам тут соседство не нужно. Спасибо. Было бы желание, думала, да? Думала, ж кого пригласить мне помочь потолок убрать. Нет, ну уже со всех сторон уже сама поубираешь. Иди сюда, маленький. Это чистый белок. Хочешь, я его даже съем?
Я хотела его съесть, потому что понимала, что Виктория упадет в обморок и на одну конкурентку станет меньше. Где-то у тебя явно просроченная крупа. Хорошо. Или крупа, где завелась вот эта мерзость, нечисть. Вика начала вести расследование, откуда оно у меня появилось. Вот горох. Во-во-во-во-во. Я нашла горох. Свелый, с молью, с вот этими вот червяками. Тут переберешь еще, потому что есть, да, возможно, зародыша еще много. Три барышни, три девушки, извините, живут в таком сраче. Вместе с храбаками, молью. Полный трындец. Ты статусная, офигенная барышня. Почему ты не наймешь себе клининг? Может, пойдешь девчонкам уже? Да, ты знаешь, я очень хотела познакомиться с малышкой. А я пойду вниз готовить для вас сюрприз. Так что встречаемся возле дома. Рада тебя видеть. Я Вика. Лиза. Это тебе. Спасибо. Скажи, а вот волосы покрасила ты как давно? Когда это произошло? После того, как я поломала уже ногу, мне мама уже разрешила. И был такой день, я лежу, и мама просто звоню маме и говорю, я хочу покраситься. Иду в магазин покупать краску. Ты меня сегодня красишь. Вот так перед фактом поставила? Да. Она говорит, хорошо. Я взяла, пошла в магазин, купила. Крутая. Я ее настолько вогнала в такие рамки, как вот у нас хомячок. Бегаем, 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 надо, надо, надо. Но травма стала переломной в моем отношении к воспитанию Елизаветы. И теперь разрешаю ей, к примеру, красить волосы. За последнее время она была уже всех оттенков. Радуги там и розовая, и фиолетовая. Всегда красилась сама? С мамой. Жестко перепаленные розовые волосы. Я бы как мама отвела бы ее в хороший салон. Здесь нужно обращаться и следить за волосами аккуратно. Тем более Олеся такая звездная личность. Я тут поняла о том, что ты волосы покрасила после того, как у тебя травма ноги была. Что мама еще разрешила делать после травмы? Ногти мама разрешила нарастить. Нос проколоть. Нос? Сейчас нет у меня сережки, потому что сняла ее. И хочу татуировку. Кинулись во все тяжкие, начали разрешать Лизе все. Я считаю, что ребенка нужно постепенно приучать, в каком возрасте можно это, в каком это, в каком это. Мама меня отправила, сказала, что ты знаешь, ведь она готовит для нас сюрприз, и ты нас всех вместе куда-то проведешь. Да. Мы не знали, чего ожидать, хорошего или плохого. Сюрприз от бабушки. Загадка. Тож матусі йдуть у ресторан, розташований біля дому Олесі. Ну, ожидаем. Потому что я не представляла, что можно делать еще в том замкнутом пространстве. И где там сесть на кухне хотя бы хоть нам всем четверым, чтобы просто попить чай. Здравствуйте. У нас сегодня этновечеринка. У нас есть дизайнер. Вот этих чудесных платьев, которые вы видели у меня. Здравствуйте. И сейчас мы будем готовиться к дальнейшему сюрпризу, а именно к показу. Вы станете героинями нашего показа. И я их не могла не порадовать дизайнерским показом. Это то, чем я живу. Девчонок мы переодели в вышиванки, Алены вышиванки. Неожиданно для меня было. Если бы сказали, я бы хотя бы там накрасилась немного по-другому, маникюрчик бы сделала, обувь другую подобрала. Ну, такое себе развлечение для меня было. Олеся не предупредила и не спросила, хотим ли мы участвовать в показе, поэтому это было неожиданностью. Стоило бы спросить об этом. Знала, что у меня размер XL. И вот теперь представьте, подхожу я к дизайнеру, а дизайнер говорит, у меня только S-очки.
Благо, каким-то случайным образом она одела на себя вышиванку, которая была на несколько размеров больше, и мне пришлось раздевать дизайнера, чтобы не отличаться от других девочек. Скорее, это можно для меня назвать не сюрпризом, а вот так. Худей, барышня, худей. Я думаю, что девчонкам понравилось. Или не понравилось. И как бы всем внешним видом я это показывала. Девочки, но мы еще приготовили, кроме того, что и угощение. И тут и собственного, так сказать, и немножко и не собственного. Так что мы бы пригласили вас к столу. Круче и лучше, чем мы, никто не подготовился. На столе было более 20 наименований различных блюд. Леся, а ты знаешь, кем хочет быть Лиза? Телеведущая. А слышала когда-нибудь про рестораторов? Нет, не знаю. Для меня ресторатор – это не профессия. Она, будучи известной телеведущей, она может быть спокойно быть ресторатором. Но телеведущей должна быть. Иногда родители нужны для того, чтобы подсказывать и направлять. Подталкиванию можно и в пропасть свалиться, да? То есть ты же тоже должен понимать, куда ты подталкиваешь, кого, хочет ли он туда идти. Поэтому я очень хочу, чтобы моя мечта сбылась. Такая а-ля Катя Сача, Ирина Ратушная, которая ведет такие светские хроники. По поводу папы. Мы развелись, когда Лизе было 1.5 года. Ну, он встретил другую девушку и влюбился. У него любовь. Он редко с ней общается. Я ему иногда звоню и говорю о том, что очень нуждается твой ребенок в общении. Пожалуйста, общайся с ней, звони, спрашивай, интересуйся, приезжай. В тот момент мне показалось, что мамы в семье Алисы и ее бывшего мужа, возможно, было много. Когда вот была молодая семья, сложилась, да? Вы как-то участвовали тогда? Конечно. Да. Оксана, я очень участвовала. Я все в семью. Я помогала им, они создали бизнесы, они делали много всего. Моя мама реально помогла моему бывшему мужу создать себя человека. Она помогла ему сделать фирму, помогала с организацией бизнес-процессов. У моей мамы огромное количество знакомых. Помогала с клиентами. За статистикою, більше 40% розлучень відбувається саме завдяки втручанню батьків у життя молодої родини. Коли ваші діти одружуються, ви маєте розуміти, що тепер молода сім'я з вами на рівних, і ви спілкуєтесь не як дорослий з дитиною, а як одна сім'я з іншою. Давати поради варто лише тоді, коли вас спитають про вашу думку. Ты мечтаешь выйти замуж, родить еще детей, выйти да, замуж? Да, я так же сама, как и ты, Виктория, мечтаю выйти замуж. Почему ты до сих пор живешь с мамой? Мне было неприятно вообще, что Виктории такое воспитание. Мне стыдно было за то, что я ее пригласила в дом, Викторию, а она так поступает. Науково доведено, у дорослих, які живуть зі своїми батьками, знижені сексуальна активність і здатність самостійно вирішувати проблеми. Що довше вона буде продовжувати жити разом з мамою, то пізніше вона зможе знайти собі чоловіка і створити свою власну сім'ю. Чи готова Олеся нарешті подорослішати? Дмитро Карпачов розбереться особисто. Добрий Вітаю. День. Тож ви вважаєте себе супермамою? Так. Чому? Я воспитала талантливую девочку, которая счастливая в той ситуации, в которой она растет. Ой, в мене є для вас неприємна новина. Ви неуважні до своєї доньки. Ви не слухаєте те, що вона бажає. Вона про це говорила чужим людям. Я вкладывала в дочку, что я должна была видеть в ней успешную во всех направлениях девочку. Скажите, вы бы хотели, чтобы ваша донька 37 лет жила так, как сейчас живете вы?
Где-то процентов на 80 мне бы хотелось, чтобы она унаследовала какие-то вещи, которые есть у меня. Ви її примушуєте відповідати вашим вимогам. Як мене виховували, і я цей же как бы, шаблон перекладувала. Мама хотіла, щоб я була отличницею, у мене 4 диплома з отличием. Як вам допомогли ці червоні дипломи в житті? Не думаю, що вони мені допомогли, але мені подобається досягати і бути краще. А чого ви досягли? Як ви вважаєте, ваша донька вам пишається? Я думаю, що так, вона гордиться мною. За, ну, як мінімум, за ті мої проєкти, які я роблю. Вона бачить, що я як люди благодарний. Дивіться, от в мене складається враження, що ваша цінність – це грамоти, проєкти та подяка інших людей. Ви не бачите цінності в собі? Може бути. Ну, що я бачу? Я бачу жінку, яка живе з мамою, з донькою, в не найкращих житлових умовах. От є така приказка, що на одній кухні не може бути дві хазяйки, а у вас три хазяйки на одну кухню. Чи не вважаєте ви це ненормальним? Ну, я люблю свою маму, і нам комфортно жити вместе. Ви залежна від своєї мами. Вона головна, ви старша донька, і ну, ваша донька – молодша донька. Все це вас задовільняє. Ну, комфортно. В цьому немає нічого хорошого. Але ви цього не розумієте, на жаль. Якось мені сумно стало. З цього розмови я нічого не винесла полезного. Проживання совместне з мамою не мешає мені ходити на свидання і шукати свою вторую половину. А взагалі, я вважаю, по всім правилам, мой будущий муж уже должен иметь квартиру или свой дом, куда меня как женщину он приведет вместе с моей дочерью. И, конечно, я туда поведу свою маму жить. А як сьогоднішнє життя Олесі оцінять її конкурентки? Я считаю, что самореализованный человек должен жить отдельно. А Леся так и не смогла отделиться от мамы полностью. Поэтому за самореализацию я поставлю 3 балла. А Лесе за хозяйственность я ставлю 0. Квартира безумно грязная. Вот безумно грязная. Она старается в воспитании, гипер старается, переборчик, ну там, где был явно раньше, до травмы, поэтому 5 за переборчика. А тепер час дізнатися усі оцінки та з'ясувати, хто з матусь найбільше заслуговує на омріяний титул супермами. Я вот вижу по нашей четверке, что мы такие беспощадные дамы, хотя мы сейчас друг другу улыбаемся, и понаставляли мы там, ой-ой-ой, уж далеко не по 10 баллов. Першою свої оцінки побачить Олеся. Почувствовала какое-то предательство и разочарование. Мне было очень неприятно, что так низко меня оценили. Смотри, хозяйственность. Ну это же просто капец. Давай говорить правду. Эти червяки на потолке, это крупа, в которой вот это моль, червяки и все остальное. Вика, ты знаешь, мне неинтересно тебя слушать, потому что я считаю, что ты не была объективна. Потому что мне очень много людей начало присылать сообщения, что ты врунишка. Даже, ну, вплоть до аферистки. И поэтому, ну, я не хочу даже это вспоминать. Дорогая моя, хейтеры есть везде. Оксана, почему за воспитание такая оценка?
после этой ситуации с ногой ты изменила воспитание, да, ты начала прислушиваться к ней, она говорит о том, что вот сейчас мне можно там с друзьями валяться, там ничего не делать. Но до этого же этого не было. Понимаешь, был перегиб. Лен, скажи, пожалуйста, по самореализации. Мне казалось, что я немного лучше. Я считаю, что человек самореализовывается только тогда, когда он отделяется от мамы. Когда ты отдельно от мамы, больше вероятности, что к тебе приклеится хороший мужчина. Я не согласна с тем, что если я не съеду от мамы, я не смогу построить свою личную семью. Мне комфортно жить вместе с мамой. На черзі оцінки Оксани. І найнижчі бали їй поставила Віка. 2 нулі за виховання дітей і хазяйновитість та аж 1 за самореалізацію. Віка роздутий мильний пузир, і вона дуже боїться конкуренції. Тому вона обнуліла. Віка, що з воспитанням дітей? Небезопасные походы. То есть ты абсолютно не думаешь о детях. Я вообще, я такая мама, которая родила 3 детей, убежала в лес, Оксан, в горы. Ты хотела послушать, и прибежала. Почему я поставила оценку 0? Я тебя услышала. Я сказала, почему я поставила оценку 0. Угу. Хозяйственность 0. Почему? Место, где ты рожала, оно абсолютно не приспособлено к родам именно со стороны хозяйственности. В смысле, я же не вчера рожала. Какая ванна, такая хозяйка, да? Все понятно, Лен, давай рассказывай, что с тобой. За воспитание 3. Почему? Потому что я хотела увидеть какие-то там обнимашки, там, что дети бегают и все такое. Но ты была такая холодная леди. И я подумала, что дети в твоей жизни, ну, присутствуют очень мало. Ну, это смешно. Не объективно. Я же знаю, какие у меня отношения с детьми. Ну окей, оценки, оценки. Наступною свої бали від конкуренток побачить Олена. І її Віка взагалі поставила самі 0. Уля-ля. Віка вирішила, що вона здесь на конкурсі красоти. Ну, як на конкурсах красоти роблять. Вона б, наприклад, би Оксані підсипала стекла в туфлі, мені б каблук зламала. Ну, цього вона здесь не може зробити, тому вона грається з цими оцінками. От вона і показала своє настоящее лицо. Віка, давай, руби. Я считаю, что твой метод воспитания подвала и выгона детей на улицу, пинание твоя и мужа вот так вот детей пальцами, это недопустимо. Если бы здесь можно было и мне разрешили поставить минус, я бы поставила бы минус. А что же с самореализацией? 0? Ух ты, какая новость! Рядом с мужем? Ты выглядишь как, грубо говоря, абсолютно не самореализованная. То есть ты полностью уступаешь. Я счастливая жена, и я считаю себя реализованной на все 100%. То, что у тебя там все 0, Вик, слушай, это просто это для меня так. Означает, что ты просто девочка без крыши, прости. Леся, я теперь хочу услышать твои самые приятные оценки. За воспитание 8 баллов, 2 балла тебе сняла за вот это затыкание. Я понимаю, да. И за подвал. Оксана. Смотри, ну по самореализации уверена, что у тебя еще есть больше потенциал для себя реализовать. Спасибо. Ну, слушайте, девчонки, в целом я довольна всеми, кроме Вики, конечно. Я говорю тебе, как есть, мне нечего стесняться и скрывать. А чи буде Вікторія задоволена отриманими оцінками? Олесенька, к тебе вопрос по поводу воспитания детей. От тебя 5. Я хотела бы понять, почему она такая низкая. Считаю, что ты неправильно кормишь ребенка. Ребенок с лишним весом. У нее не лишний вес. Лишний вес. В плане образовательного процесса 0. Она отлично с вами общалась. Здесь не в плане общения, здесь в плане знаний, когда ребенок не умеет читать. Я не хочу, чтобы она занудствовала в школе.
Оксан, и по хозяйственности знаешь, почему ноль? Потому что ты не проявилась как хозяйка никак. Смотри, подожди, то есть за столом у тебя плита, на которой никто никогда не готовил. У меня на столе были пластиковые вилки. У тебя не было вообще твоей еды, понимаешь? Я еще... Ты как хозяйка полный ноль. Да ты бы еще нас в отель пригласила. Пока отелем я еще не владею. Возможно, в будущем. А что ты купила? Ты квартиру купила? Да, это моя квартира. Это твоя квартира? Да, я в ней живу. Ну, я сейчас тебе покажу, какая это твоя квартира. Да, Вика. Пожалуйста. В гостях у Вики было сложно себе представить, как в доме, в котором живет ребенок, может быть так идеально чисто. Когда я пришла на кухню и увидела, что там и моющего средства для посуды нет, я просто поняла, что тут люди не живут. Я ехала домой, и меня не покидала мысль, почему так. У меня был адрес. И я решила посмотреть на сайтах, сдается ли такая квартира в аренду. Вот какая это Викина квартира. Вика арендует квартиру. Я тебя отведу. У меня есть запись. Я позвонила арендодателю, с которым я говорила, и он сказал, эта квартира давно сдана. Вот и все. Но эту квартиру никто не купил. Девочки, у меня есть личная договоренность на покупку этой квартиры. Вика, ты обманываешь нас, ты обманываешь нас, ты просто вот обманываешь. Когда мы увидели, что ты врешь постоянно, я бы хотела пересмотреть полностью свои оценки относительно тебя и поставить нули. Если один человек тебе сказал, что ты козел, можешь подумать, что он ошибся. А если четыре человека, нужно посмотреть в зеркало. О, Дмитрий. Здравствуйте. Добрий день. Моє вітання. Мені взагалі не дуже подобається, коли ви перетворюєте цей проєкт на змагання. Бо, на мій погляд, головна ідея цього проєкту – навчити мам бути найкращими, бути супермамами для своїх дітей. Лено, дисципліна – це лише частина життя. А не все, чим мають жити діти. Оксано, для того, аби наважитися народжувати вдома, потрібно бути або відчайдушною, або дуже сильно вірити в себе і в те, що все буде добре. Ілі готовиться. Незважаючи на підготовку, щось іде не так навіть в медичному закладі. Тому в мене є сумніви щодо того, що ваш приклад можуть наслідувати всі, хто побажає. Дуже багато ризиків. Віко, в мене склалося враження, що для вас дуже важливо створити картинку, яка б зібрала максимальну кількість лайків. Цього недостатньо, аби виховати дитину щасливою. І я дуже хочу, щоб ви і свою доньку розвивали всебічно, щоб вона не зациклювалася тільки на красі, лайках і зовнішності. Олеся, я бажаю вам стати якнайшвидше самостійною. Не потрібно нікому нічого доводити. Знаю, що ви, Олесю, дуже б хотіли отримати цю винагороду. Але так сталося, що ваші суперниці своїми оцінками поставили вас на останнє місце. Девочки были не совсем искренне и хотели победить любой ценой, в том числе и занижением оценок. Але в мене є ще свої 10 балів, і ці 10 балів можуть змінити долю будь-кого. Навіть ви з останнього місця можете стати переможницею. Лено, у вас мені дуже сподобалося ваше таке легке ставлення до змін, незважаючи на те, що у вас досить суворі правила. Я дивився, як ви відкрито ставилися до критичних зауважень. Ви не намагалися бути тим, ким ви не є. Це досить гарна якість. Я хочу віддати свої 10 балів вам. Yeah! Вітаю вас!
Я действительно расстроилась из-за того, что я не победила. Как минимум, я рассчитывала на второе место. Я категорически не согласна. И я сижу и понимаю, господи, Вика, что ты здесь делаешь? Разделяю выбор Дмитрия, потому что если не я, то Лена достойна. Від проекту «Супермама» я дарую вам цей браслет. Мне не верится. Я считаю, что эта победа – это заслуга всей нашей семьи. Я супермама. Богдан, ты супермуж. Дети, вы супердети.